Здравствуйте, ребята. Хочу поприветствовать вас в эфире самого уебанского шоу, а камера здесь. Вот. Сегодня мы обсудим самые интересные, блядь, охуенные, ебнутые новости Твича в нашей скучной манере. Поприветствуем зрителей. Ой, блядь, это ведущий. Зрители, три человека, да. Ну, я, пожалуй, сяду. Пожалуйста. Здравствуйте, господа. Здравствуйте, Вячеслав. О. Здравствуйте. Ну и чем? Тимур, знаете этот мем? Здравствуйте. Я стою. Чем займемся, друзья? Вячеслав, вы позвали, вы и предлагаете. Охуеть, я на это не рассчитывал. А можно материться? Да думаю, нахуй надо. Спиздуйте, маты, блин. Нет, конечно, конечно, можно. Мы же не на телевидении, так сказать. Пацаны, если что... Вячеслав, у меня вот такая просьба. Пишут звук, что-то пишут звук. Нет, пишут, знаете как, звук хуйня, извиняюсь, поэтому... Звук хуйня, да? Да. Ну-ка. Алло. Я тоже хочу чатик почитать. Я открою тоже. Давайте мы не будем все сидеть в телефоне. Да, давай. Нет, в телефоне точно сидеть не надо, вот именно на чем в сторисы выкладывать, блядь. У нас чат, Вячеслав. Так, сейчас мы настроим звук. Максимум 3-4 человека. А вы решили оставить здесь транспорт? Ну вообще, блядь, пишут у Алисы... парковать транспорт надо. Вообще парковать пишут, надо, да. Пишут у Алексея и Арины хуйня. А, да? Ребята, у меня норм. Жаль, но у меня там может быть, а вот у Алексея. Алексея и Арина хуйня, блядь. Вячеслав. Типа нахуй вы позвали, да? Вы давайте, пожалуйста, ну, про Арину хотя бы не грубить. А да я только из добрых побуждений. Да-да, Арина. Арина, кстати, ребята, сегодня первый раз пришла на шоу в трезвом состоянии. Но, судя по зрачкам... Вот а почему зуна, блядь, спрашиваю, Арина, вы пьете? Нет, я не пью. Да потому что я не пью никогда. Это Вячеслав... как тебя зовут? Ну вот, в этом шоу можно дать меня Вячеслав. Вячеслав, да, он знает, что я никогда не пью, поэтому он так шутит. Она не пьет? Да, давайте сейчас разберемся со звуком и начнем. Да. А потом кончим. Хорошая шутка. Сила. Друг в друга. Так... Не очень. Нормально? Просто пишет. Точно? Хороший звук? А, и будет еще класс. За счет чего он будет еще лучше? Пишет звук, как у Симпла. Это лига плохих шуток, да, ребят? Это лига плохих шуток. Ребят, ну я думаю, мы начнем с того, что... обсудим новости. Да. Актуальные. Да. Самые горячие, самые интересные. Да. Твича за последнюю неделю. Да. Да. Давайте. Я подготовился, я составил список. Я тоже составил. Я тоже составил. Давайте, кто первый. Начните вы, так чтобы. А давайте на нас в золотом крыльце сидели Микки Маус, Том и Джерри, дядя Скрудж, три утенка, а водить их будет Понка. Себя скинул. Перепонка, блин. Я перепонка сегодня. Хорошо. Эта неделя была невероятной. Ну, как и в принципе. Это вы хорошо, Алексей, подметили. И как и предыдущие. Хотел бы начать все с нашего общего друга. С Joint Time. Ага. Вы сразу с козырей, да, зашли? Да. Потому что я долго думал, вставлять эту новость или нет. Да, вставили. Не, я думаю, что надо вообще в общем плане поговорить про всю ситуацию, которая там происходит. Какая ситуация? Joint Time в определенный момент присоединился к нашей трансляции, когда мы играли в Counter-Strike. Заходит и говорит, я вам не мешаю. На что ему говорит? Официант, водички. Я не пошутил. А что, официанта нет? Спасибо, официант. Вот, заходит он к нам, значит, и говорит. Как дела? У меня день рождения. Официант, потеплее есть? Ну, не, а потеплее. Алексей, продолжайте. Да, и штаны, вот. Штаны можно сунуть. Благодарю. Так, продолжить. И вот, и сидит он, значит, и в очень плохом настроении. Мы спрашиваем, что случилось? Чуть ли не плачет, чуть ли не плачет. Мы спрашиваем, что случилось? Почему? Чуть ли все-таки плачет? Ну, потом-то начал. Мы спрашиваем, что случилось, что произошло? Как мы поняли по его не очень разборчивой речи, он остался один. То есть его друзья из его сквада, но это по его словам сначала, мы не знали всех подробностей, они его как бы оставили. Но оказалось, что они его не оставляли. Братишкин его поздравил, они договорились встретиться после стрима. Но Joint Time был уже не в состоянии, на самом деле. Я правильно понял, что он зашел, еще не плакал, но когда зашел
к нам в Дискорд, стал плакать. Ну, конечно. Ну, у нас всегда такая атмосфера, знаешь, все, кто заходит в Дискорд. А он не за нас стал плакать? Нет, нет, он начал плакать, потому что... Ну, слушай, я не знаю, за кого он упоминал, что ты говорил, ликс, тварь, уёбок. Бля. За что? В общем, суть в том, что основной посыл, как нам показалось, был в том, что его все оставили, все бросили. И в его день рождения с ним находится не братишкин Хесус и Гаечка, а Пчелкин, Бустер и Макривский. Вот это был основной посыл. И после этого он растрогался, начал еще больше пить. Слава начал ему донатить, обещал ему снять видео вместе с ним. Он еще обещал больше... с ним трахнуться. Но, вот этого... Но я свои обещания держу, блядь. Да, вот. И, соответственно, он плакал, плакал, расстраивался. Одобряем. Да, расстраивался. Потом просто уснул. И потом начали вылезать подробности. Причем, знаешь, когда он уснул, у него было настроение написано «техническая пауза», блядь. Да, но это не сначала. И вот когда он уснул, начали вылазить подробности. Вова сказал, какого вообще... Вот это сделали, потому что мы с ним договорились, что день рождения мы с ним отметим, что он его первый уже поздравил, а Joint Time нам об этом не сказал. После Слава. Этого на следующий день Joint Time кикают из 89-го склада, Слава. И Joint Time говорит, кинь воду, пожалуйста. Я полностью согласен с этим киком. Что делать с алкоголем на Твиче, Арина? Откуда Арина-то знает, слушай, которая постоянно, кажется, с ним запускает, так сказать, уже под градусом? Я хочу сказать, что это все-таки их личные дела, их личные отношения. Мы не все не знаем, и у всех своя точка зрения на этот счет. Так что потом не нам еще. Судить, Алексей. Но да. Насчет алкоголя на Твиче, иногда можно. Иногда можно. Иногда можно. Но, не так. Но надо отдавать себе отчет да. о том, что будет потом. Угу. Что, какие будут клипы, какие будут вообще... Да, ну, что будет? Красиво сказал. Да. Да. А как вы относитесь к алкоголю? Выпьем за это. Да? Занесите алкоголь Арине. Точнее, без алкоголя. Без алкоголя. А как пить? Без 40%. Спасибо. Алкоголь мы осуждаем, не поддерживаем. В общем, Вячеслав, вы шоу вести-то будете свое? Ёб твою душу. Слушай, я вообще-то, мы все здесь ведущие. А, ну тогда... Вы охуели на меня перекидывать, Алексей, блядь. Тогда скажите, как вы относитесь к кику Joint Time? Слушайте, ну, касаемо кика, я думаю, не мне решать, понимаешь? Ну да, не вы кикали. Ну, не я шеф, как бы, понимаешь, да? Но касаемо ситуации, вообще так достаточно неприятно, знаешь, получилось, потому что, судя по всему, 89-й склад не был проинформирован. Да мы сами не были проинформированы. Ну это да, это было спонтанное празднование день рождения такое. Да. Вот. А о чем мы? Да и все? Ну, не знаю, мне кажется, что просто самое главное — это разговаривать. Это недопонимание, когда происходит среди людей. Вот такая вещь. Ты с Симплом разговариваешь? Разговариваем. Когда недопонимание происходит. Конечно. Часто. И вы приходите к какому-то общему знаменателю. Да. Хорошо, разговаривать важно в отношении. Да, да. Я согласен. Угу. Дмитрий. Да. А, когда вы разговаривали со своей последней женщиной? Личная память. Я не устану повторять фразу, которую уже повторяю довольно долго, что секс у меня проходит каждый день, независимо от того, есть у меня девушка или нет. Думаю, судя по твоей правой ладошке, это видно. Такие мозоли это даже у турникменов. Поэтому я этот ракурс выбрал, чтобы камера не видела руки. Вот. Что еще раз, Алексей, вы хотели спросить? А я хотел спросить, как прошло ваше свидание с Диной Блин. Возраст уже не тот. У нее реально дома плетка? Ладно, у нее плетка, у нее дома кушетка из фейк-отеля. Да? Да. На этой кушетке, ну, я не знаю, когда я зашел, я говорю, первые мои мысли будут, что будут ебать. Ну, извиняюсь за выражение. Сегодня, да? Ну, прям вот, да. Кого? Прямо сейчас будут ебать. Кого? Блин, ну, как, сначала это думал меня, но потом, слава богу, нет. Угу. Не, ну, реально, там вот атмосфера у нее прям вот вообще очень человая, да, и это, кстати, я бы вот в этой квартире снял бы что-нибудь. Я смотрел ваш стрим, мне самому аж ебаться захотелось, там столько человой атмосферы было. Жиза, я когда смотрела ваш стрим, я сижу и думаю, господи. Такая располагающая, такая страсть, да, прям. Не, у нее очень, у нее... Срочно на другой ресурс надо переходить потом, после Твича. Продолжение стрима, знаете, тот же самый ракурс, но они уже без одежды сидят. Вот, поэтому, ну, это общение было, да, неделю назад, получается. Еще а я не понимаю, почему вас удивляет, что у Дины может быть какие-то плетки или какие-то такие моменты? А вот нет, теперь меня не удивляет. Я, кстати, уверен, вообще что в тихом омуте черти водятся. Слушай, уверен, что я теперь... Почему в тихом омуте черти? Почему? Вот почему в тихом? Почему ты думаешь, что у нее... Нет, ну сразу плетка. Внешне. Вот, ну, да, Дина, знаешь, давайте так, плетка. Скромная такая, воспитанная. Да. Я сразу представил ее в латексе просто после плетки. Плетка — это самое малое, что есть у нее. У нее есть полное мундирование сотрудника Яндекс.Еды дома. Это кого-то возбуждает? Даже с портфелем. Арина? Ну, я не знаю, но, видимо, ее. Если ты очень долго ждешь еду, возбуждает ли тебя Яндекс.Курьер?
Знаешь, ты как бы набрасываешься уже не на ту, типа, сосиску в тесте, которую ты заказал, блядь, а, собственно, на сосиску Яндекс.Курьера, блядь. Арина, нравятся ли вам сосиски в тесте? Назревает вопрос. Отстаньте от меня, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Да. Вячеслав, какую новость вы подготовили? Какую новость я подготовил? Да. А, ну еще я абонемент купил в зал, стал ходить. Да? Хорошо, да. А я сегодня срал. Следующий. Какие еще новости? Это была моя новость. Это новости Твича? Я ее очень долго готовил, на протяжении 3 дней я кушал квашеную капусту. И новость вышла очень так спонтанно. Квашеную капусту, я раньше кушал много квашеной капусты. Так, ладно, на самом деле, ребят, на самом деле я подготовил для вас, знаете, какую новость? Давайте. Почему-то у нас новости одинаковые, ага, ресурсы одинаковые. Просто там уже скринили в одном месте. Да-да-да. Так, интересно тогда. Вячеслав, написал парень один, я цитирую, это не мои слова, хуйня, а не шоу. Что вы можете ему ответить? Слушай, я думаю, парень, получается, сам, возможно, ну, еще тот. Получается, он прав. Говорится. Ну, вообще, он, мне кажется, прав. А еще пишут шутки хуйня, я не верю в это. Ладно, давайте обсудим, например, какие у нас еще горячие новости. А вот сейчас Слава открыл, смотрите. У нас образовалась новая пара на Твиче. Да? Да? Да. Прекрасно. Наш общий друг и наша общая подруга. А, они все-таки пара? Опачки. Нет, я просто могу предположить такое. Ну, тогда поздравляю. Как же Арина умеет хорошо хранить секрет. Арина, выход. Нет, 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 откат. Просто пара, шипер, шип-пара получается. А вот шип — это корабль? Объясните вот это вот шип, это вот для бумеров. Я бумер же? Я наш. Да, ты бумер. Я бумер. Для бумеров. Шип — это что? Овца? Овца. И шип-пара — это? Спаривание овец. Ну, спаривание овец — это не овца. Спаривание овец? То есть овца Натаха с бараном Вадей. Шип-пара. Да. Хорошо. Ну, если вы хотите узнать реальное происхождение слова, то шиппинг — это когда корабли, корабль. То есть ты хочешь сказать, и корабль вошел в депо, знаешь? Да, шип-пэр. Корабли, когда рядом подплывают друг к другу. Дим, ты это помнишь с... Да. А корабль ли, хотелось бы спросить? А? А корабль ли? Или маленькая яхта? Или шлюпка? А может кто? Как ты меня назвал? Как ты сейчас меня шлюхой назвал? Хорошо, ну давайте обсудим. Как вам, ну давайте представим, абстрагируемся и переместимся во вселенную, где Генсуха и Явилон встречаются. Да. Зачем? Нет, ну, что? Я говорю, мы уже в этой вселенной. Нет, подождите, Вячеслав, не ломайте интригу. Вот Арина хорошо, говорит, что хорошо. Еще нет. Арина, самая, вы самая близкая подруга, как вы думаете, Арина? Ну, одна из. Вот. Вы знаете все секреты? Нет, нет. Нет? Нет. Слушай, все, которые она знает, она рассказывает. А чего вы меня душите? Я просто решила переключиться. Да, мы можем просто... также обсудить пару какую-нибудь там, не знаю, какая у нас еще есть пара на Твиче? А нет, мы не душим, мы хотим узнать. Вот если бы произошло так, что они будут встречаться, можем обсудить другую пару Твича. Если того, как разъебем эту. Если они будут встречаться. Как вы думаете, хорошая это была бы пара или нет? Чат? Ну как, вот синергия. Я думаю, идеальная. Ну все. А это по каким критериям или вот вообще в общем? Ну, как они, как у них этот вайб, вообще, как они смотрятся, как они друг на друга смотрят, какой у них контент, как они друг друга чувствуют, что они делают, как они, ну, мне кажется, что... Нет, ну... Я думаю, что они идеальны. А вот кто бы переехал, Вадя или она к нему? На постоянку. Лучше Вадя в Россию. Ну, тут... Я думаю, что да, Вадя сюда надо. Хотя Москва бы, знаешь, без Генсухи, мне кажется, прям выдохнула бы. Вот я тебе прям честно говорю, гораздо легче бы стало. А вы заметили, вот как Наташа Генсуха, когда они наладили отношения с Вадимом, начала по-другому выглядеть? Это только я заметил? Она начала за собой ухаживать, и вместо фурункула на лбу у нее... Да она всегда за собой ухаживала. Ну вот смотрите, вот... Нет, она расцвела, знаешь. Да, вот она... Конечно, она расцвела. У нее как будто что-то вдохнули. Конечно. Вдохнули. Вдохнули. Да, именно вдохнули. Вот. Арин, скажите, в каком отеле живет Наташа? Хотелось бы поподробнее узнать. Отель Avillon Royal. Ну... Avillon Big Royal. Ну, я не знаю название, я же с ней не такая... Ну, она живет в отеле. Да, да, она живет в отеле. Ты подожди, она уже, по-моему, вернулась. Куда? В Россию? Нет. Ты не чувствуешь, знаешь, как будто такое давление? Нет, нет. Я прям сегодня испытал, знаешь, такой боль. Нет, нет, Наташа не вернулась. Все, значит, Наташа должна, как я понял, Наташа должна была вернуться 20-го. А, сначала 19-го, потом 20-го, потом 21-го.
Слушай, ну с Вадей я бы тоже задержался, да. Если честно. Значит, хороший мужчина? Хороший. Хороший. Я, ну, как бы, для меня очень важно, чтобы у хорошего мужчины, который является моим другом, была хорошая девушка, блядь. И иначе начнутся дебаты, нахуй. Да. Потому что это твоя подруга, блядь, а это мой друг. Вот. Как вы думаете, для вашего друга Наташа Кинцуха, это достойная женщина рядом с ним? Если бы, это бы они бы были парой. Если бы они бы вдруг были парой, я скажу так, знаешь, без шуток, без всего, блядь. Хотя шуточки у меня с ними, блядь, только так летят, нахуй. Мне нос чешется, извините. Почеши. Это к любви, кстати. Можно. Это к алкоголю. У тебя нос, знаешь, красный, это напьешься. Сливка, блядь. Знаешь, напьешься, напьешься. Так вот, ну, для меня очень важно, чтобы мой друг был счастлив. И тут как бы назревает вопрос, блядь. Ладно, ладно, шутка, нет. И если он будет счастлив с Натахой, то... Если бы был счастлив с Натахой, вот в той вселенной, то, естественно, ну, все будет хорошо, значит. Но главное, чтобы она никак не вредила ему, блядь. Ну, она как, блядь, а вы думаете, Наташа может? А чего это она должна ему вредить? Да, блядь, а на него ты убил, блядь. Это одуванчик, нахуй. Да? А Наташа? Наташа, блядь, сорняк, нахуй. Нет, ну почему? В хорошем смысле, блядь. Ну да. Дмитрий, а вы что думаете по поводу пары Эвелон и Кинцуха? Я считаю, что если люди счастливы рядом, если они друг друга вдохновляют, да, опять. Пусть будут рядом и пусть будут вместе. Любовь. Давай через Арину. Давайте все друг другу передадим. Да не, ну да, кроме шуток, типа, главное, чтобы, ну, было счастье, было взаимопонимание, была любовь царила. Конечно. Остальное главное все... это любовь, ребят. Блин, если есть любовь между двумя людьми, вообще пофиг на все. Вот блядь, реально пофиг на все. Блядь. Какие там есть моменты, там, границы, перелеты, недостатки, достатки, пофиг вообще. А вот скажите, Арин, когда... До слез. Когда в очередной раз Наташа попросила вас, ну, не в очередной раз сказала, мой кот поживет у тебя, возьмешь? Что вы ей сказали? Наверное? Бля, я бы с радостью взял, у меня такой охуенный кот вообще, и мне его так награждать. Ну, у нее там дипер, у нее собака, и еще и когда новая живность, это же следить надо. Они это как-то конфликтуют вообще? Нет, они лучшие нет, друзья, да. Бля, у меня такой хороший мне кот кажется, вообще. Мне кажется, дипер вообще не создан, чтобы конфликтовать с кем-то. Не-не, но он конфликтует с собаками, да, с кобелями там. Но они очень хорошо ладят, они играются. Кобелями? От интернета? Разрывная, разрывная. Не? Че, хуйня, да? Ладно, давай дальше. Так, они играют, в общем, они не ссорятся. И вам не сложно поддержать кота, подруги у тебя? Нет, конечно. Да что там поддерживать? Единственное, что наполнитель кошачий для меня это такая... травма, потому что его нужно постоянно убирать, его плохо засасывает пылесос. То, что внутри кошки, типа? Да, и собаки. Дополнительные кошки и собаки. Я понял. Постоянно надо убирать. Я понял. Дмитрий, извините. Были ли у вас киски? Бывали. А кобели? Бывали, Алексей. Кобелей нет, к сожалению. Киски встречались чаще. К сожалению? Ну-ка. Давай уточним, про каких кисок мы говорим. А какие тебе киски пришли первые в голову, бля, старый шалун? Слушай, первый у нас ротвейлер был. Ротвейлер? Сучка, сучка такая ага. Сучка. Точно, это точно киска? Нет, ротвейлер это сучка, собака. А, блин, сучка, блядь, такая. Созговор интеллектуалов просто. И киски. Так, так, хорошо. Все? А мы можем говорить что-то помимо кисок, говна, мочи, жопы конечно, и залупы? У меня для этого я подготовил свои новости. Хорошо, у меня давайте. У меня тоже есть новость. Да. Я бы хотел обсудить то, что почему мы еще с вами не играем в покер. В то время как нормальные Алоха пацаны... Алоха выиграл 99 тысяч больше, долларов. Больше. 99 990. Ну, да, да, хотел... 99 600. Ну да. А есть ли какие-то вообще итоговые результаты, сколько за все время он выиграл и сколько подождите, за все время проиграл? Подождите, я подвожу, есть, я вот подвожу к интеграции хорошей очень. Понял. Не против ли вы по вечерам поиграть в покер? Паш, когда мы будем играть в покер? Интеграция. Да, не бесплатно. На деньги. Заебись. Вот. Или хотя бы, знаешь, вот такие инвайты на турниры, как у Алохи, по 75 тысяч. И что мы там будем делать? Нет, давайте между собой устраивать турниры. Между собой. Да, мы готовы. А можно Арина, устраивать турниры? Вот, допустим, нет, можно я не играю в покер. Не играешь? Там несложно. Но я бы научилась. Там комбинации. Ты живой? Слава ты. А может быть, мы находимся, когда стол стоит в Сочи? Да, да. Чат. Чат. Вот давайте у чата спросим.
Чат, делаем. Блин, чат уже все пишут гол. Это пиздец интересный хуйня. Прямо сейчас хотят даже. Прямо сейчас покер, ребят. Формат шоу меняется. Принесите мне мои спортивные треники, блядь. Просто красные диваны превращаются в зеленый стол. Вот Арина не умеет играть. Ты научишь ее, Слав? Да, конечно. Ну, все. Я хочу, очень хочу. Диман, бутылочку воды. В горлышке пересохло. Я не могу закрыть ее, да. После такого густого. А у нас одна бутылка на всех? Ой, Алексей. Просто Алексей в челюху, блядь. Алексей, знаешь, разворачивается со злости, блядь. Вот. Научим. Там комбинации, там не сложно. Поэтому супер. Покер в ближайшее время. Меня слышно плохо, что ты сейчас пишешь, что звук. А ты просто мяукаешь, бля, как киска. Звук говорят, как эхо говорят какое-то. Я тоже боюсь говорить, я боюсь, что действительно плохо слышно. Эхо, да. А ты не бойся. Ладно. Да нет, ну эхо может быть, потому что мы в помещении находимся в таком большом, открытом. Поэтому здесь может быть эхо. От стен рикошетит, как говорится, голос наш. Да, Вячеслав? Вот. Да. Полностью согласен. Так, давайте тогда перейдем. Пердит. Кто пердит, блядь, пишет? Это я спросил, что по микро, и говорят, что Алексея я пержу. Я не знаю, как они это видят. Как они это чувствуют. Да, как они это чувствуют, но пишут, что пердят. Так, короче, ребят, давайте перейдем тогда к более лайтовому, более лайтовой новости. Так. Илья Экстайл выпустил свой новый альбом. Ой, замечательный альбом. А мне вот Илья Экстайл не платил за рекламу. Да? А он платил. А нам нет, мне тоже нет. А мне заплатил. Платил? Платил? Да. А мне нет. Ну, я тогда... Ну, платил он деньгами. А чем? А он сказал, при личной встрече тогда он расплатился. Да пусть хоть как-то заплатит. Просто аванс. И все. Ну, рассказывайте тогда, раз вы вам платили. А, про альбом? Да. Я не слушал. Я слушал. Я тоже весь. Я слушал. Я даже его на стримах слушал. Да, я тоже. Как бэкграунд. Но единственное, я боюсь, что он АП накинет. Илья, пожалуйста, не накрывай АП, пожалуйста. Я тоже слушал на стримах как бэкграунд, но боюсь, что онлайн нахуй весь придется. Поэтому сразу обычно потише делаю. Не, на самом деле, я шучу, Илюха, это охуенный альбом. Можно я скажу? Наверное. Да, Ариночка. Я как большой любитель электронной музыки, не могу сказать, что я эксперт, так. Но ценитель большой. Я вообще не слушаю электронную музыку. Я очень слушаю. Я хочу сказать, что это очень неплохо. Ну, вообще прям... Понравилось. Прям понравилось, да. Ладно, я честно, я послушал первый трек очень хорошо. Да. У меня просто интернет не безлимитный, второй не смог послушать. Да. Я ехал в тачке, включил, и ни одного трека не скипнул. Самый топовый кассл. Представьте, что это рука Ильи. Илья. Илья. Куда смотрит? Лайк. Илья. Илюш, ты молодец, старайся. Илюха, слушай. Ты а классный. Просто... Говорят, уже второй. И это не совсем не потому, что он наш друг. Нет, нет. Можете сами послушать, как бы вот один трек Касл, и все поймете. Это последний трек в альбоме. И самый популярный вопрос, который Илье, кстати, задают, кто поет в его треках. Да. И как он делает такой? И он сказал, пока еще не отвечать на это. Смотри, Илья рассказывал, поделился мне, что он снял квартиру в Калининграде. Для молодых артистов. У него там примерно 40 человек живет в однушке, в том студии. Вот. И под каждый альбом они выходят к нему, ну, приезжают к нему домой, они записывают вокал. Бокалы? Вокал в бокал. Вокал. Да. И все так работает? Да, 40 человек. Поют все вместе? По-разному, смотря какой трек. А Илья что делает? Что делает Илья просто в этих треках? Слушай, он так честно... просто на кнопочку нажимает свою диджейскую, там, подпердывает немножко под биточек, и все, и трек знаю, готов. Честно, просто понимаете? Не в обиду диджеям, я вообще не знаю, чем он занимается. Знаешь, вот когда смотришь, что так на сцене стоит диджеем, там что-то крутится, ощущение, как будто тесто разминает, блядь, там просто. А музыку он просто на плей нажал и пошло, блядь. И, кстати, есть второй вопрос также о том, кто поет. Женский голос в его песнях — это голос Каролины или другой девушки? И если это голос другой девушки? Это голос Генсухи. Вот это поворот. Вот это поворот. Послушай, вот это поворот. Послушай, это какой поворот. Инсайт, послушай, какой инсайт у меня есть. До отлета в Калининград. Ой, блядь, в Украину. А Наталья Берникова посетила Калининград. Что? И записала вокальную часть для Иксайла. Диман, как называется трек, где парень поет? Читайте между строк. Can you hear me now? Can you hear me now? Чуть читайте между строк. Ну, слова бустера. Это один из самых популярных треков. Все равно никуда не ездила. Can you hear me now, ребята? Can you hear me now? Для тех, кто не слушал альбом Exile, ребят, Can you hear me now на вокале Наталья Берникова. Фиат, получается, Наталья Берникова. Фиат? Да. Фиат у Дины. И что? Хорошая машина, все нормально. Я просто не понял, к чему она сказала Фиат Натальи Берниковой. Фиат у Дины. Ну, я и сказал, что Фиат у Дины. А, Фиат. Фиат у Димы. А, Фиат. Ты тоже не сразу фичеринг. Yes. Осуждаю. А что это? Фит — это фичеринг.
Спасибо большое. Иногда так грустно, когда мои шутки не понимают или какие-то такие моменты. Я просто не понял, почему Фиат. Часто ли не понимают ваши шутки? Довольно часто, на самом деле, да. Вас бьет? Мне кажется, у меня проблемы с юмором, ну, особенно... Ну, да. Посмотрите, да. Как шутит Вячеслав. Вы думаете, у вас проблемы с юмором? Посмотрите, как шучу я. Алексей, сейчас отведитесь, я вас выживу. Выживите меня. Вызову на батл, блядь, по юмору. Хорошо, батл по юмору, договорились. Да. Так, ну что, давайте пройдем к следующей новости. Давайте. Хотя зачем ходить, они же у меня в телефоне. Все, да, хорошо. Спасибо, спасибо. Ребята, забанили. XXQC. Да и фигня какая-то, Слав, давай, короче, бубы. И хуйня, да? XQC. Сейчас... Просто знаете, что его забанили. Хорошо, хорошо. Его забанили. Хороший чел был, да? Угу. Лучше... Хороший чел, да, забанили, ребят. Сейчас я сейчас У вас 12-й айфон? Да. Как вам? Так, ну, смотрите, как мы вообще относимся к тому, что на Твиче стали появляться артисты музыкальные, вот, в особенности рэперы. Не только Моргенштерн, еще всякие там Скруджи, что у нас есть, Оджи Будда, и сейчас еще, насколько я знаю, Лил. Какой-то там. Памп, наверное. Памп. Или Пип. Пип. Лил Пимп. Да, Пип Рип. Пип Рип. Это никнейм? Нет, Лил Пимп. А, умер? Или Пимп. Нет, пимп, как умер? Пимп. Уже умер. Хорошо, блин. Который с Моргеном пел, нет? Ладно, я думаю, чем больше рэперов, тем хуже, на самом деле, на Твиче. Почему? В общем-то... Нужно больше электронной музыки, как Ребята, вылиться. Мы делаем на том акцент. Вообще, ага. Как вы относитесь к тому, что на Твиче много рэперов? Это охренел. Вот я, вот, знаешь, перед тем, как мы продолжим развивать эту тему, я скажу, ребят, что скоро на Твиче будет одного рэпера больше, скоро мой выйдет трек. Как он будет называться? Эшкерия. Эшкерия. Оригинально. Правда? Сам придумал. Хайповая хуйня, ребят. Правда? Эшкерия? Да. Подождите, да. У кого-то было такое, нет? Нет. Ну, вообще, да, я где-то это слышала, вот это вот словосочетание. Эшкерия. Нет. А кто вам посоветовал назвать так трек, Вячеслав? Сам придумал. А ваш саунд-продюсер? Нет саунд-продюсера. А кто писал вам? Знаешь, у меня нет саунд-продюсера, у Вячеслав, а мог бы ты какую-нибудь строчку сподернуть? Давай какую-нибудь строчку, сподерни хотя бы там. Какую-нибудь строчку сполировать? Ну, да. Так, чисто, да, чтобы понимать тематику. Ну, две хотя бы, чтобы рифму хотя услышать. Хотя бы две, да, чтобы связать можно было. Вы сами писали текст, Вячеслав? Ну, естественно. Угу. Забираю лут. Что? Начало неплохое, да? А где забрать? Забираю лут. Все, два слова, блядь. Забираю лут. Новая школа, достаточно минималистичная, блядь. Ну, тут согласен, ну хотя бы рифму к луту. Забираю лут. Тачки, деньги. Крут. А давайте сделаем один совместный трек по строчке. Давайте. Давай, начинай. Большие сиськи. Большие письки. Большие яйца. Побольше виски. Чтоб... Но не сегодня. Ну и не завтра. На послезавтра. Господи. Классный трек. Ну, хайповый, блядь, я только что еще второй... Второй уже выходит, да, скоро. Кажется, второй залетел. Ну, а, кстати, Паша, слышь, Паш, ты же любишь рэп читать? Может быть, пилотный выпуск нашего шоу начнется с твоего исполнения? Кринжанем прям конкретно, блядь, с моим всем офисом, блядь. Ну, в следующий раз уже будет другой, кстати, гость, который умеет петь. Вы знали, на секундочку, Вячеслав, что мы начали шоу 20 ноября 2020 года в 20 часов вечера. И логично, что это шоу будет все 20 онлайн. Нет. Нет? 41 тысячи. Слушай, это очень хорошо. Согласен полностью. А есть у вас еще новости? Да, конечно, новости есть. Скажите, друзья, знаете ли вы, вот сейчас такая жесткая новость, знаете ли вы, кто такой Snail Kick? Да, конечно. Ой, я хотела об этом поговорить. Знаешь? Конечно. Максим Snail Kick. Это YouTube. Слушай, да, кстати, это очень хорошая новость. Да, он я... тебе как... Он, очень хорошая новость, это очень хорошая новость, что на Твиче стал меньше конкуренции. Да, вот он как-то к тебе странно относится, да? Именно ко мне? Да. Вот я пару раз с ним... Я сделал человека, не знаю, я пару раз с ним общался, и мне показалось, вот есть какое-то напряжение. Хотя он сам сказал, нет, мне вообще пофигу. Ну, по-другому он, конечно, сказал. И вот, в чем суть? Он уходит с Твича, прекращает онлайн-трансляции и говорит это с тем, что на то, что сейчас происходит на Твиче, он не хочет к этому быть причастным. А куда он уходит? Просто, ну вот не он... Не секрет?
или секрет? Он просто уходит. Он не говорит, чем он будет заниматься. Ну, по крайней мере, я не знаю. Ну, также своим YouTube-каналом, на котором он делает выпуски. Ну, просто смотри, если, грубо говоря, он не хочет быть на одной платформе с теми, кто, типа, ведет себя хуёво, как он сказал, да. То, что он делает на YouTube. Не, может, я скажу насчет этого года? Да, типа, как обезьяна. Я считаю, что это его проблемы. Что ему не нравится. Нет, это факт. Стримить и на Твиче. Я больше скажу, я не отрицаю, что я себя веду, возможно. Да успокойся, иногда... почему здесь это, ты вообще? Нет, послушай, да не послушай. Надо, Слава, да ты сейчас не прав. Сейчас не прав. Да при чем все это вообще? Ну, ты да вообще видел? Не важно, да если видел, человеку блядь, это не нравится, если он не хочет, пускай не стримит. Почему мы должны, почему это нас должно обижать, нет, я не понимаю, мы должны брать на свой счет. Как бы, знаешь, ну, каждому свое, то есть из-за этого уходить, то есть я не понимаю, почему. Если он хочет делать свой контент, пусть делает свой контент. Ну, да. То есть его же никто не заставляет смотреть другой контент. Да, да, просто тут другой вопрос. Как вы считаете, вот Максим думает, что на Твиче в данный момент есть определенные креаторы, авторы, которые создают контент или которые ведут себя так, что некоторые стримеры не хотят себя... Так это его мнение. Да, согласен. Его вы выбор. Так думаете, что на Твиче, вот, ухудшилась нет. обстановка нет, по, так скажем, нет. неадекватности. Смотри, Леш, а он ушел по какой причине? То есть, грубо говоря... Из-за тебя. Однажды утром он проснулся и зашел на твой стрим. И ушел в полном ахуе. Сразу же удалил свой аккаунт. Мне кажется, он больше. Мог уйти вообще по одной причине, а сказать вот эту, чтобы уйти красиво и сделать да, виноватыми знаешь, других. Да, а не потому, что человек перегорел и просто не хочет стримить. Я не понимаю, почему мы вообще должны чувствовать какую-то вину за то, что человек сам нет, вину не хочет... Не смотри, у него был онлайн определенный, да? У него там есть YouTube-канал, у него своя аудитория есть, для которой он стримил и которая его смотрела. Просто, на самом деле, странно уходить, знаешь, от своей аудитории, просто, грубо говоря. Так вот, и вопрос, он ушел из-за того, что больше онлайн у людей, контент которых ему не нравится, типа, вот из-за этого, что ли? Ну, вот это, я говорю, это очень странно. Нет, сейчас я прочитаю его... Что он написал? Сейчас я прочитаю его цитату. Почему он... Ушел, точнее, как об этом записано в нашем замечательном типа, ребята, я больше не могу находиться на одной платформе с Ликсом и Пчелом. Он слишком рано начинает стримить. Они слишком сосут мой трафик. Сейчас. Тут же можно поиск делать ВКонтакте. Причем у него реально своя аудитория и нормально. То же самое, что своих кентафариков бросить, блядь, на вписоне, ёпта. Вот, смотрите. SnailKick прекращает свою стриминговую деятельность на Твиче. Максим вчера в своем телеграм-канале опубликовал голосовое, в котором заявил, что уходит с Твича. И если стримы будут появляться, это будут крайне редкие включения на основном канале на YouTube с ответами на вопросы. Раз в месяц, два, три, если это будет. Стример объяснил, что, цитата, не может заходить на Твич и видеть все, что там происходит, не может не приобщать себя к этой среде, потому что он так или иначе крутится в ней. И его это все очень сильно раздражает и бесит. И он действительно не чувствует, что он тут свой. Угу, понятненько. Спасибо. Следующая новость. Спасибо, следующая за что прочитали, новость. Алексей. Давайте перейдем к следующей новости. Какая-то хуйня. Можно воды, пожалуйста? Официант. Спасибо большое. А можно еще воды? Сейчас и добивочкой, и еще. Благодарю. Ладно, не буду. Алексей, можно я пью вашу? Хотя нет, нет, сейчас нельзя. Я сдавал сегодня тест на корону 2. Я-то нет. А, ну тогда лучше я, да. Ты уже за ним попил, поэтому спокойно. Ну, ты уебище, я же забыл про коронавирус, блядь. Я сдавал сегодня 2 теста. А ты? Я не... Где мотаешься, кобель, ты ебаный. Я дом сижу, чё я? Блядь, ебаный сын. Да ладно, Вячеслав, по-моему, вы уже переболели, помните? У меня сразу волне. Горло, мы да, запершило. Арина, я и вы, помните? Мне кажется, я не болел. Что это вы не болели? Вы дома что, гасились от нас, получается? Нет. Просто не болел. Помнишь, ты 4 дня-то реально все. Потому что корона была. Ладно, хорошо, Вячеслав, следующая новость. Какую вы подготовили? Следующая новость, ребят, которую я подготовил, она повергнет вас в шок. Так. Зарк в чате. Уже выходит второй трек. Следующая новость. А, новость по поводу бана трейда Эвилоном 12 миллионов рублей. А, блядь, точно. Я тебе, бля, буду, я это готовил. Я тоже это готовил. Слушайте, ну, мне кажется, разбанят, нет? У вас есть такое ощущение? А мне кажется, что... Вообще, почему забанили? Да, есть информация? Да, да. Никто ничего не знает. Но это страшно, это страшно. Мне кажется, это вообще ненадежно хранить такие большие деньги на Steam-аккаунтах. Слушай, я могу тоже похвастаться немаленькой суммой, и я представляю, насколько больно, на секундочку, 12 миллионов, это квартира.
Нет, ну смотрите, давайте будем говорить так. Квартира в Москве. Да, но давайте будем говорить не о 12 миллионах, потому что когда выводишь и продаешь скин, ты теряешь примерно 40%. Хорошо. Давайте говорить о 7 миллионах. 7 миллионов, это квартира. Это все равно квартира, Алексей, это как у меня происходит. Ну да, да, это очень обидно. А есть причина? Вот никто не говорит. Давайте узнаем причину. Давайте. Сейчас. Ты звонишь? Да. Только сегодня, только на этом шоу. Нет, реальная причина. Я, знаете, трейдбана. Я храню скины в инвентаре Steam. Но у меня их там примерно 1025. Про дрочку, ребят, рано еще. А, да? Нет, справа пишут. Да, да, да. Я вначале предупрежу, что я стримлю, а то Вадя может шокировать. Причина. Возможно, он сейчас просто занят кое-чем более важным. Если мы все понимаем. Или кем? Возможно, он ответить не сможет. Возможно, руки заняты. Или руки. А, ладно. Ну, не возьмет, наверное. Да, я думаю, сейчас происходит секс. Я думаю, нет. И не будем этому мешать. Я думаю, Арина говорит, я думаю. Вы забыли, что Наташа живет в отеле, а Вадим-то живет дома? Геолокация схожа у этого всего. Ну, на одной улице, наверное. Отель и дом. Может быть, просто Эвилон берет деньги за проживание? Отель 192, говорят. Ну, может быть, да. Эти звездочки. 192 номера. Да. Хорошо, разбанят или нет? За что могли забанить? Он же ничего не делал. Слушай, у Харда тоже банили инвентарь. И у Доси. Разбанили. У Доси тоже разбанили. Слушай, ну логика какая, Алексей? Когда там такая сумма, они же тоже, наверное, видят, что за инвентарь они банят, да? Они, наверное, как-то там дают возможность связаться и обсудить эту тему, нет? Как-то там повлиять? Мне кажется, нет. Мне кажется, Valve не дает возможности. Что там один скин у человека, что на 12 миллионов. Есть неактивные аккаунты в Steam. Они, например, на них очень много денег. Ну, в скиновом эквиваленте. Очень много денег, но они неактивные. Steam, сам Valve видит, что аккаунт неактивный несколько лет. Я слушаю. Несколько лет он неактивный. И как же Арине понравился Гена, судя по всему. Кто? А, нет, я туда смотрю. Пиздец-то, блядь. Вот. И они говорят, они просто выписывают бан и все, потому что канал неактивный. Но и он-то активный канал был. Ну это, блядь, за что бан-то за неактивность тоже в любом случае, знаешь, такая система. Не знаю. А за что вообще могут забанить? Я вообще не представляю. Я не знаю. Я... За кражу, за какую-то... Да, за какой-то скам, вот такого, да. Понял, такую хуйню. Ну, может быть такое, трейд, что... Может быть какой-то трейд. Может быть из-за того, что а очень много оборота. Трейд-бан. Нет, у него именно бан. Трейд-бан. В профиле у него, знаешь, что написано? Не, он даже сторис постил, что у него, по-моему, там прям бан. У него, смотри, что. Пишут. У него ваш профиль скрыт из-за блокировки в сообществе Steam. Не бан обмен. Ну, а я читал новости, у него бан трейды именно. А где ты читал? Нет, нет, у него, Леша, он даже делал, по-моему, сторис, что у него именно какой-то, ну, не трейд бан именно. Да, это вот он в телегу выкладывал, да. То есть у него не трейд бан. Это бан трейды. Хорошо, давайте поговорим сейчас немножко завуалированно. Не знаю, мне просто кажется, что это глупо хранить 12 миллионов в таких моментах. Ну, так если вещах. А где бы ты хранил 12 миллионов, Арина? Ну, это же скины. Ты бы сразу выводила их? В квартире, например. Ты бы выводила их и продавала. Нет, в виде квартиры, а? Ты бы выводила и продавала. Это же все скины. Ну, тогда. Сразу бы продавала. Потихоньку продавала. Да, да, да. Вадим, значит, не нуждается в деньгах. Топ-10 инвесторов России. Да. Аринян. Здравствуйте. Водила, продавал. Знаете, здесь можно еще вот завуалированно немножечко обсудим, потому что нельзя рекламировать забаненных стримеров да. На канале. Есть у нас хороший друг, рэпер. Дмитрий. Рэпер. Рэпер. Да, Дмитрий. Как касаемо как раз темы появления рэпера. Потеряли исчезновение рэпера. Да, потеряли очень хорошего человека, Дмитрия. Вот, соответственно... Вся надежда на вас, Павел, потому что он очень... Стоит Павел, который может... Он очень участие. Стеснительный. Павел на ковер, блядь. Он очень стеснительный, да, нужно составить апелляционное письмо. Если вы можете помочь, Павел, мы будем очень благодарны от лица всего склада, потому что мы грустим без него. Да, это очень грустная ситуация, и на самом деле... И там причина-то такая тоже очень, ну, сложная. Причину мы озвучивать не будем. Не будем, поэтому да. Просто мы помним. Любим. И ждем возвращения. Да. Да. Это важно. Это факт. Да. Просто некоторые пишут, что вот, забыли. Никто не забывал, просто в последнее время очень тяжело упоминать на Твиче. Да, потому что ввели новое правило, после того, как мы упоминали одного другого человека. Да, кстати, Вячеслав, я вот недавно ваш трек, вот буквально на вчерашнем стриме слушала, и «Нотик Полоскун» называется. Спасибо. Очень классный трек. Это его? На стриме, да.
Это ваш трек? Это из неизданного? Енотик-полоскун, ебать. Хороший трек. Подождите, я енотик-полоскун полоскаю свой писю? Да. Я тоже слушал. Замечательный. Ну, я, естественно, его слушал. Хорошая работа. Тоже. Получше, чем Башкирия. Слава войдет в альбом? В будущий. Хорошо. Это хорошо. Ой, блядь. Ну что вы, уебки? Да, написали: Бустер, ты больной, у тебя 43 тысячи зрителей. Ну, температуру мерил, вроде нормально все. Все хорошо. Не знаю, мы, мне кажется, очень долго уже откладываем эту тему, но она да. прям висит уже очень давно. Да, давай обсудим твой член. Нет, не мой. Давайте в данном контексте не мой. Дрочка. Дзюба? Ну да. Я мы Дзюба. Арин, смотрела видео? Я мы Дзюба. Арин, дадим тебе первое. Не смотрела? Фанат дрочки. Нет. Все пацаны посмотрели, ты не видела? А что у тебя на обоях на телефоне? Любимый футболист. Да? Дзюба? Конечно. Класс. Так вот, ты знаешь почему вот эту причину «ямы Дзюба»? Даже глагол появился «дзюбить». Да. Вот. И ты не видела видео? Нет. Я хочу сказать, что я, в принципе, не смотрю «Сливы». Я вообще ни одного «Слива» не видела. И «Свой» ты тоже не видел? И «Свой» я тоже не видела. Его потому что нету. У вас настолько «Сливов» на вас постоянно пишут. «Слив парень». Я знаю, что настолько «Сливов» все у него в Инстаграме. Да. Все в Телеграме говорят. А, ну, возможно. Только в моем. Это надо уточнить, что именно в моем. В моем. Ты держишь себя на телефоне какие-то видео? 18 плюс. Характера? Ну да. Ну, я честно скажу, иногда, знаешь, нравится себя испытать в роли режиссера. Ну, то есть, проскакивает, да? Снимаешь? Ну, я стараюсь удалять. Вот. А вот скажи, как бы ты вот отреагировал, если бы ты не удалил, да, и вот этого появилось в виде слива? Слушай, ну я бы охуел, если бы начал так открывать просто Инстаграм, да? Допустим, твой, да? И там я свои яички тереблю, блядь. Я бы, честно, не большой. Самое, знаете, что интересно? У Дзюбы-то говорят, что теперь развод с женой. Потому что видео-то предназначалось не для нее. Ну, это, конечно, проблема. Вот я не знаю, так это или нет, но говорят, что мастурбировал на камеру и, соответственно, жене не отправлял. Слушай, потому что жена увидела это тоже первый раз. Ну, знаешь, я думаю, эти вопросы нас, в принципе, не должны ебать. Полностью согласен. А должны нас ебать вопросы о том, что слишком много каких-то санкций. Почему, да, из-за чего? Из-за слива. Ну, знаешь, касательно... Ну, из-за этого мы проиграли вчера. Преступление против него, или позавчера. Понимаешь? А его еще за этого там от сборной да, России. Да, это полный бред. Это пиздец. Еще и кто-то от него отвернулся, там какие-то друзья от меня отвернулись, он говорит. Я так понимаю, если сейчас ну, там, видимо, такие друзья, что отвернулись. Вылезет видео, как я дрочу, у меня есть фриков. Мисал, давай сразу скажем, я тоже занимаюсь мастурбацией иногда. Я дрочу до хуища. Я люблю дрочить. Вячеслав. Это признание. Пожмите руку, пожалуйста. Я дрочил этой рукой. Я и этой тоже. И не мыл ее. Ну, чтобы мы уже сразу поняли, если что. Алексей. Да. Давайте просто пожмем руку тоже. Без комментариев. Дмитрий, а вы любите дрочить? Мастурбировать. Сейчас у Арин. У меня спрашиваете? Да, Дмитрий, вы любите дрочить? Да, почему нет? Давайте похлопаем Дмитрию. В таком возрасте, да? Еще может. Отлично. Арина, а вы любите дрочить? Да. Похлопаем Арине. Арина, пятерочку. Так легче сразу стало, да? Да, знаешь, вы говорили, да, сразу? Прямо, нет, да, ну теперь да, мы да, будем да, просто знать, что, ну, все мы... Чтобы не отворачиваться потом, если что всплывет. Все хорошо. Ну, вообще, да. Так я тут уже, знаешь, как бы... Ребят, в чате, а вы любите дрочить? Ребят, а вы подрочить любите? Плюс дрочить? Поставьте. А давай, то мы все о себе, слушай, да, о себе как-то. Вот, ну все. Кстати, знаешь, нам сейчас будет кое-что заносить, да, Слав? Да. И перед этим коротенькая новость. Каравай переехал в Москву. Хорошая новость. Задел микрофон чуть. Хорошенькая новость. Как вам это? Потому что мы теперь будем с ним видеться чаще. Ой. Что ты пиздишь, Арин? Ой. Ты охуела, ой, блядь? Ой. Вот как ты с ним виделась в последний раз, а? Я всегда за. Я, кстати, ему когда, сейчас... Когда виделась? На ДР у Пчелкина. 3 года назад, блядь? Да. Спасибо. Вчера, блядь, с ним виделся. Мы с ним уже договорились, я покупаю ему кальян и еду к нему на новоселье. Едешь? Весь день, блядь. А она сейчас скажет, ты едет, понимаешь, потом у нее дела. Там, а меня никто не приглашал. Так я тебя приглашаю к нему на новоселье. А, да? Тогда... Пчелки тебя приглашают на новоселье каравай. Каравай! Жди. Вписку каравая, ребят. Да. Ты квартиру, говорит, маленькую купил какую-то. Точнее, снимает. А что он еще? А ему большая не нужна, Алексей. Ребят, я предлагаю сейчас немножко всем кринжануть вместе. А что сейчас? То есть до этого... Ну, до этого было лайтово, а сейчас прям пиздец. Угу. А, и давайте... Ну, пусть ребята выберут. Стой. А, нет, с этой.
Тогда той. Той. Пока есть. Пока не надо. Возможно, позже понадобится. Ребят, возможно, вы уже поняли, но это стол, который закрывает Щелкина. На одной камере, а на другой нет. На одной камере, да. Суть этого стола заключается в том... Прошу прощения, яички запотели в этом костюме. А чего вы сегодня в костюме, Вячеслав? Это тоже новость, надо обсудить. Я солидный человек, Алексей. Все, просто не могу себе позволить. Солидол? Солидол. А, ребят, а где основная... Вот это, да? А, ребят, суть вот этого прекрасного стола... Пуговичка растянулась от пуза. Стола в том, что вы скидываетесь на свои факты, тот, кто проебывает, одевает каску, второй должен на реакцию уебать по башке вот этой мягкой штукой, по башке, которая будет в каске. Это никак не нарушает правила Твича. Ну, то есть не сильно ударились. Ну, просто, грубо говоря, так, чтобы сознание докоснуться, потеряли. Докоснуться. Максимально не сильно. Да. И я вызываю тебя, Аринян. Играем до трех. Диван на диван. У нас еще будет, ребят, парочку игр, чтобы понять, какой диван пиздачи, блядь. Либо диван с лохами, блядь, либо нормальный. А чем обусловился выбор соперника в данный момент? Я здесь, она здесь. Все, понял. Ты здесь, ты здесь. Можно я с этой стороны встану? Нерабочая, да? А мне зуб выбили здесь. Я просто не хочу, чтобы у меня камеры... Выбили зуб? Да. А почему мы не говорим про это? Обсуждаем следующую новость. Хорошо. У кого? Кому? Ему. Ух. Славе? Выбили зуб. Так это мудрости, наверное. Ебучка от смеха не порвется сейчас? Давай, Цуефа. Ты поняла, что делать? Нет. Смотри. Скидываемся на Цуефа. Ты проеб... Ты проебываешь? Ребята, вы... Я беру эту хуйню. Вы видите, и въебываю. Ну, это просто показал. Слушайте, ты должна надеть каску. Успеть. Успеть. А, я не поняла. Получится? Ну, не получилось, извини. Хорошо. А давай. Если ты выигрываешь, ты должна его ударить. Поняла? А я надеть каску, естественно. Давай. Давай. Цу-е-фа. Блядь, что делать? А что так быстро-то, ебать? Хорошо, Арин. Я выиграл. Да? 1-0. Давай. А до скольки? До трех? Да. Ага. Давай. Цу-е-фа. Блять, я что-то туплю, а камень-ножницы, это хуярит получается, да? Хуярит, да, давай. Цу-е-фа. Да, блядь! Чемпион, блядь. Общепризнанный, ребята. 1-1. 1-1. А я же припизнал нормально в первый раз. 2-1. А, 2-1. До трех. Давай. Цу-е-фа. Серега, мы помним, как ты гукамоли, да? Цу-е-фа. Ну, ты не макушкой, блядь, проломить решил? Ну, ладно, похуй. Я это запомнил. За всю боль. Цу-е-фа. Хорошо. 3-1. 3-1, ребят. Разъебано. Выебано. 3-3, это за 2 считалось. Дмитрий Ликс, пройдите. Алексей. Алексей. Дмитрий. Да, Алексей. Я буду бить. Валентина Хлёстко. Хлёстко? Хлёстко. Ай. Вы умеете играть в Цу-е-фа? А во что? В Цу-е-фа. Нет. Я вас научу. Объясните правила, пожалуйста. Я говорю Цу-е-фа. И вы выставляете бумагу. Хорошо. Цу-е-фа. Я 1-0 веду. Ох уж этот юмор, блядь, для тех, кому за 70. Так, ладно, хорошо. Давай. Алексей. Вы поняли правила? Да. Сейчас опять бумага должна быть. Хорошо. Цу-е-фа. Хорошо. Так. Ну и третий раз, я так подразумеваю, вы меня захотите наебать. Ребят, стоп. Меняем реквизит, меняем, блядь. Нет, не надо, уберите, пожалуйста. Спасибо. Давайте, Алексей, сыграем по вашим правилам. Давайте по моим правилам. Если что, это мягкая была сковорода. Мои правила самые честные. Так. Побеждать сильнейший, пай. Цу-е-фа. 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 А! Хорошо. Больно, Диман? Не, нормально. Понятное дело, не мягкий. Не нарушаем правила Твича. Ты въебал? Не, я вас закрылся, успел. А какой счет у вас? 0-0. Как 0-0? 0-0, не, мы... Они просто, знаешь, дед и батя сцепились по пьяни, блядь. Давай. Цу-е-фа. Ну, он заблокировал.
Ну, может, все-таки счет начнем ждать, ребят? Цу-е-фа. О, не будем мешать. Хорошо. Сниму долбоёбов двух. Ну так часто в зоопарке было. Было, хорошо. Вы меня, получается, слышите, ребят, да? Я так могу шептать за спиной, что Дмитрий Алексеев. А сейчас было, нет? Ну я не знаю. Судья нам нужен. Ну такое, хорошо. Су-е-фа. Слышите, да? Да, я сейчас тоже здорово, пацан. Нормально? Хорошо. Да, Димасик, конечно, еще тот, как говорится. Ну вы поняли. Су-е-фа. Так, сейчас тоже засниму. Сейчас мы просто двойной удар. Ребят, где ты, батя, схлестнулись, бля, просто по пьяни, блядь. Не на жизнь, а на смерть, блядь. Алексей, последний шанс. Сейчас, стой. Че, рука затекла старая, да, кровообращение уже не то, блядь. Два-два. Контрольно. Арин, тебе интересно? Да. Тебе весело? А я должна что-то делать в этот момент? Я просто спрашиваю. На всякий случай. Цу-е-фа. Все хорошо. Хорошо. Это было невероятно, Дмитрий. Взаимно. Молодец, Алексей. Спасибо. Вячеслав. Ты же... Не, ну можно еще... А, да, я тут он выиграл вас. Так ты с Алексеем. Давай с Алексеем пизданемся. Схлестнемся, ебать. Вячеслав, у вас очки. Да мне похуй. Согласен. У вас очко, Алексей. А у вас... Которое будет порвано, блядь. Осуждаю, Вячеслав. Почему? Ну, это агрессия, отвечаю. А я говорю с любовью. Тогда согласен. Тогда не против. Ну, давай. Цу-е-фа. Блядь. Да, я позу так сменить, знаешь, блядь. Цу-е-фа. Бля, хуйня какая-то. Давай заново. Цу-е-фа. Ух ты, блядь, молодец, Алексей. Согласен, давайте, Вячеслав. Даже не протянули меня, ну как так, Алексей-то, блядь. Давайте, получается. Давайте. А я выиграю, да? 1-0? Нет, вы же попали по шлему, а не по голове. А, это не считается? Нет, конечно. А я считал, я же ее хуярил и считал, получается. То есть она нечестно вылетела. Да. Ты меня просто бил, Слав. Давай. Ты меня просто бил. Цу-е-фа. Ты просто меня бил. Бля, хуйня. Он старается не слышать. Цу-е-фа. Слава, ты меня просто бил. Цу-е-фа. Бля, ты охуел? Давай заново. Цу-е-фа. Соси, дурачок, блядь. Что, простите? Говорю, хороший удар был. А, спасибо. Пришел. Давайте. Цу-е-фа. Может было посильнее приложить, Алексей. Я аккуратненько. Цу-е-фа. Ай, блядь, по макушке пчелиной, блядь. Хорошо. Давай. Цу-е-фа. Ой, как хорошо, блядь. Какой мед потек, ебать. Просто по губам, ебаный сырник, блядь. Цу-е-фа. Алексей, камень. Хуйло ты. Давай, давай. Давай. Цу-е-фа. Блядь, ну там ладно. 2-2. 2-2. Давайте, решающий, Вячеслав. Цу-е-фа. Сука ты, блядь. Спасибо, Алексей, с победой. Спасибо. Непобедимый чемпион. Я выиграл что-нибудь? Да, выиграл. Алексей, Пчелкин. Еще, блядь, ебаный. Алексей, как вам удалось первое такое интервью после победы сразу? Знаете, я готовился. У меня была тактика. Мразота, блин. Угу. Скорее надень, быстрее засунь. Хорошая тактика. Я слышал, ее можно применять не только в данной игре. Да, мне посоветовал ее Вадим Эвелон. Очень хороший совет жизненный, полезный. Раз мы затронули. Да. Арин, сядь к деду поближе, пожалуйста. Внучка, давай, садись. Ух! Можно даже, я думаю, сесть на деда. Если такой функционал присутствует. А можно свет чуть потушить? А вы же сольники, да? Такие шлепки боем в лесу. Вы сольники же. Как понять? Сольники? Сольники. Fortnite соло играешь? Да, я имею в виду без отношений. Мы сквад. Без отношений. Ну, соло. Алексей, это вот так... Это знаешь, Алексей, я как раз хотел сказать, не отвечай на него. Внучка, не отвечай на него. Не отвечай на него. Нет, я просто... Ну ладно. А вы, кстати, очень хорошо смотрите. Но еще лучше, Арина, ты смотришь симплом. Правда? Да. Спасибо. Что симплом? Интересно, симпл приедет, может? Давайте поставим на раз и навсегда точку над «и», чтобы чат уже не мучился. Вот прямо сейчас сказать. Что с Сашей, блядь? Саша ебет Астралис, нахуй. Согласна. И каждую победу посвящает тебе, я уверен. Вряд ли.
С чего бы вдруг? 100%. Ты не видел новую татуировку? А с чего бы вдруг? На пояснице. Нет. Арина. Че ты... Я тебе бля буду. Стишь. Он в телеге постил. Он тебе скидывал? Да. Я думаю, что Саша посвящает игру в первую очередь себе. Что он молодец. То есть это легкий намек на то, что Саша эгоист. Нет, то, что он самый лучший. Звучало это так, как будто Саша эгоист. Кстати говоря, как же вы тогда проиграли, Арина? Как же вы тогда проиграли? Так обидно было смотреть, как вы проигрываете. Будет ли реванш? А, не знаю. Это про турнир Вади, который. Да, турнир у Вилона был, да. Я думаю, мы проиграли, потому что нам обоим было все равно. Вот. Читбана с днем рождения. И мы могли просто взять и уступить победу людям, которым эта победа больше важна, чем нам. Понял. Вопросов? Наша победа заключается в другом. Да? Да. Классно. Да. Их победа заключается в другом. То есть это победа над собой, грубо говоря. Да. То есть благодаря этой победе вы стали одной крепкой ячейкой общества. Новой. Бля, она сейчас просто с диваном сольется. С диваном или с Диманом? А может быть и с Диманом, знаешь, порыв страсти, блядь, просто задушили, а он Диман напрыгивает. Я так понимаю, Арина, не хочешь эту тему, да, обсуждать? Да, это просто нечего обсуждать на самом деле. Я не... Трахались? Нет. Сиськи кидал ему? Нет. Хотели? Хотела ли? Сиськи кинуть или потрахаться, я не понял. Я потерял любой, связь. Ответ на любой из вопросов, неважно. Нет. Все. У меня все. Хорошо. Надеюсь, эти ответы были исчерпывающими. Они встречаются, да, да. Встречаются, ребят. Да-да. Правильно пишут. Да-да. Не уверен, что встречаются, но... А по поводу АП? Блять, вот это самая, наверное, душная тема. Это просто пиздец. Я хочу, знаете, эту тему начать с того, что... Видели новость в одном из ресурсов о том, что Кенту заблокировали звук из-за звука блендера, блять, потому что да. Он был похож на песню Скриликса, блять. Ты это слышал? Да. Замутили дорожку, часть дорожки. У него был кукинг-стрим. Понял? Замутен. Ой, замутен, блядь. Замутен. Замутен. Замучен звук на дорожке. И, типа, ну, описание, то, что это Скриликс и песня какая-то. У меня только... Нет, замутен. У меня только вопрос, а действительно ли это так? Нет, ему бан дали на день. За собственную песню? За АП. Нет, какую? Это же не Скриликс. Нет, я почему-то еще Blender. А вот Blender-то не забанили, просто дорожку замутили. Там дорожку замутили? Да, не забанили. Не забанили. Я просто хотел интригу, так сказать, добавить. Ну, ты скажи, ну, что похуй, забанили. Блядь. Забанили нахуй, да. Фирмачом. Нихера. За звук Blender? Блядь, новые правила. Это получается за звук Blender сейчас все нахуй улетают. Это получается теперь кукинг стрим делать? Не, миксер нельзя юзать Blender. Blender, ну, миксер точно нельзя юзать. Да, неплохо. Как минимум, потому что его закрыли нахуй. Это хорошее, да? Это вообще разрывная. Прям вот это запиши нахуй, клипаните, блядь. Так, ладно. Blender хочешь звук? Да. Да я не знаю даже. Это нет, это звук пчелы. Вы хотите мой канал, что ли, забанить или еще, блядь? Арина просто хочет звук Blender. Сейчас АП прилетит, спасибо сейчас, тебе. Вот так тебе и надо, спасибо, так тебе и надо. Мой звук использован был. Да, Слав, аккуратней. Получается, сейчас вообще очень сложно. С фильмами. Но, знаете... Слушай, с фильмами знаешь, и что... вообще давно было сложно, на самом деле. Да. Это очень рисковая хуйня смотреть фильмы, а Арина... Вот я? Ты смотришь я фильмы? Я смотрю фильмы. Очень редко я смотрю фильмы. Я смотрю фильмы. Ну, смотришь. Но а тоже ты не смотришь, завидую. Алексей. Но смотрите, я смотрю, здесь да. Хочу что сказать. Что? А чему завидовать? Правила же. Ты ходишь по стрию, так сказать. А ей нравится рисковать. Я люблю рисковать. То есть ты рисковая девчонка, да? Да. А почему бы не рискнуть, тогда не поехать в Украину к Александру? Ну, потому я что... Я седлать его толстый хуй. Это слишком рискованно. Что у него толстый хуй. А маме подъебал, да? Или нет? Ну, про вот толстый ответьте, пожалуйста. Да. Ну, про толстый тоненько было. Да, самое. Мне просто нормально. Ты так уточнил, мне интересно, откуда ты это знаешь? Ну, давайте мы откуда уже тему, блядь, на следующем, блядь. Про откуда, откуда ты про татуху знаешь? Там, походу, фотками. Да, у нас может Саша, быть, там что-то уже Саша там... Теплое наше. Может быть, там слава Саша получается, а не... Не трогай моего Сашу. На самом деле, хотелось бы сказать по поводу АП. Вот люди сейчас говорят, да что ж этот Twitch? Как стримить? Как слушать? Как играть? Что делать? Ребята... Поменялся не Twitch, поменялся мир.
Мир стал более суровым, более жестоким. Правообладатели, люди, которые пишут, писали песни, пишут их, создают игры, так далее, просто начали понимать, что их произведениями пользуются и за это им не платят. Они хотят спокойно защитить свое авторское право, чтобы... А я, честно, хотел бы платить, Алексей. Вот если бы была бы такая возможность платить за... за участие. Так. О, Виктор, с днем рождения. Витя, Витя, ЧБ родники, с днем рождения. Чего, сегодня? Конечно, да, и да. Завтра. А сегодня точно или нет? Сегодня, да. Точно. Сегодня точно. Я сегодня с ним играл. В смысле, прям реально день рождения, наконец-то? Да. Блин, я сегодня просто... с ним играл и не поздравил. Знаешь, его? Это тот самый случай, когда у него каждый день день рождения, когда у него реально наступит день рождения, его, блядь, никто не поздравит. Потому что уже... Подождите, а я сегодня не поздравил, я сегодня с ним видел. Сейчас, подожди, я думаю, это мем, блядь. У него реально ДР. Пиздят, небось, да? Сейчас посмотрим. Огород. Так вот, про АП. Или еще пока ДР поздравляем. Ну, давай с ДР разберемся, блядь. Давайте разберемся. А, Нет, 14 марта. А сколько лет ты уже? Да все, отмена. Отмена? Да, 14 марта. Не, ну все, тогда откат ситуации. Вот. Да, Алексей. Я про то, что Твич-то тут ни при чем. Смысл Твичу каждый день разгребать десятки, сотни, тысячи жалоб от правообладателей, судиться с ними, если они просто могут это дело все ограничить. Зачем им это делать? Твич тоже находится в таких рамках, что им проще кидать страйки, да, точнее, ввести эту функцию, чтобы правообладатель брал, кидал страйки и предупреждал. Ну просто смотри, грубо говоря, на Ютубе есть функция монетизации. Да, вот там это... она отрубается сразу. Да, не, грубо говоря, то, что монетизация, деньги, которые ты получишь с использованием вот этого трека, там видео, получает правообладатель. На Твиче такого нет. Знаешь, почему нет, мне кажется? Вот ты представь ситуацию, они же, допустим, зарабатывают с показа рекламы у тебя на стриме, грубо говоря, да? Ну. И вот если на этом стриме ты посмотришь фильм или послушаешь какую-то одну песню, за весь этот стрим все деньги будут уходить правообладателю, а не Твичу. Так тогда он вообще зарабатывать перестанет Твич. Потому что по-любому все будут слушать песни, которые под АП. Почему, допустим, смотри, почему нельзя было бы деньги же между партнерами? Ну все знают, как делятся. Ну. А это можно говорить вообще? Да. Лучше не нет. Надо. Лучше не надо. Нет, да все давно знают, что есть 50-50, есть 70-30. Спасибо, Алексей. Пожалуйста. А, ну в таком плане, наверное, можно. Не-не, в таком-то можно. 50-50, 70-30. Ну так и все, закрываем вообще тему Твича, нахуй. Твич — лучшая платформа на планете Земля. Всех обнял. Спасибо. Давайте продолжим. Где зуб? Где зуб? И кто? Ну кто выбил зуб? Жесткие разборки произошли, ребята. На районе? Да. Возможно, вы в курсе. Возможно, вы видели... Стонники вышел. У меня... На плече Stone Island. Угу. Поясняли за шмат? Пришлось разобраться. Блин, Stone Island на мужчинах — это классно. Да? Это очень дерзко, да? Так? Это сексуально. То есть тебе нравятся забиваки, да? Ну, мне нравится именно вот в стонниках, когда. То есть все, что нужно было сделать, кровать, там, надеть стонник мой, да? А у него уже есть стонник? Так уже поздно. Нет, да? Ну, слушай, мне кажется, никогда не поздно. Если это сексуально, значит, любовь со второго взгляда. Просто пересмотрел ситуацию, тем более у него теперь квартира в Москве. А где зуб? Так хуй его знает, блядь. Где-то там остался. Проснулся, блядь. И нету, да? Проснулся без зуба, блядь. Весь рот спермы полон, блядь. Тогда ясно, где зуб. Зубы нет. Ну все, спасибо, что рассказали. Тогда ясно. Нет зуба, нет проблем. Симпл завтра, чел, пишет в стонике, блядь. А у Симпла есть стоник? Причем на двух руках, блядь, патчи вот. Не видел стоник у Симпла? Нет. Я думаю, что он не будет такой носить. А это... Какое? Такое же. Нормальные шмотки, да. Ну, стоник. Ну, к нему надо прийти, наверное. А, то есть стоник — это то, к чему люди приходят. Да, да, да. То есть до стоника, Андрей. Паш, у тебя есть стоник? Расти, блядь, что я тебе могу сказать. Развивайся, не стой на месте. Когда-нибудь дойдешь до уровня стоника. Я служу в Тибете. Давай поколотим. Давай. С удовольствием. Между гвозди? Остальные зубы. Да. Ой. Ну, давай. Гвозди, конечно. В конце шоу без зубов просто. Гвозди. Давай поколотим гвозди. Ну давайте сделаем это, ребят. Ребят, перейдем ко второй нереально увлекательной, интересной игре, смысл которой я просто нахуй забыл. Почему я хотела поправить микрофон и сделала так, как будто я хочу поправить очки? Ну вот что-то у тебя какой-то... Выносим. Человек, который носит очки, возможно, как-то передалось. Энергетика, контакт. Давай, давай. Дела. Давай водички. Ага. Первый Слава начинает? Ну, слушай, да. Если не ошибаюсь, ты просто, ну, поправляй меня. Команда. Фух. Вот этого и вот этого дивана начинают хуярить гвозди, заколачивать. Справа и слева, правильно?
побеждает тот, кто доходит до этой линии и заколотит вот этот гвоздь, правильно? А, два молотка? Просто два молотка. Но тоже на расстоянии. Блять, это очень сложно будет. Так, а смотри, нас двое, а в какой момент мы? А, мы вдвоем прям, молоток. А, рингоу, это изи будет. Начнем. А мы вдвоем держим это? Ёба. О, блин. А, вот так вот, да? Ребят, смотрите, по правилам вот за вот это. Да, я понял, я понял. До нее? Я понял. Две штуки? Да. Сейчас. Ой, Арина, аккуратней. А когда можно бить уже? Ну что, Диман, начнем? Давай. Стой, подожди, не начинай. Я посчитаю. А ребята, я не вижу гвоздь, у меня зрение. И тут есть небольшой сюрприз, но я думаю, вы, пусть они сами увидят его. Стой, а ты как будешь делать? Или Арина с Димой? А, по очереди. Раз, два, блин. Это значит, это как стоячим хуем, бля, утром. Да ё-моё. Подожди. Давай, он забил! Блять, ебаная рухлить! Слава, так, попади! Слава! Чутка вперед дай! Найс! Вот так, продолжай работать! Слава! Сюда! Так, чутка вперед! Слава, она бьет! Да выдвинь ты! Стой, у меня палочка погнулась, блядь! Найс! Ну! Еще пару раз! Сюда! Ну! Еще! Я сделал это! Да они же второй забивают. Слава, давай. Лучше, Арина. Давай, все, молодец. Нет. Ты... А, еще есть чуть, да? Работай. Давай, Алексей, давай. Пчела, давай. Ой, хорошо. А, да медленно было. Я думал, сильно надо хуярить. Красава. Ваш, пол в офисе меняем надо, потом будет. Давай. Диман, ты в курсе то, что не попадаешь? На! Давай, смотри, учись, смотри. Давай, родной, надо сравнивать, давай. Да, пошел! Давай, Дима, все. Ну. Я максимально собран. Давай, шансы хорошие, давай. Давай, сучка, блядь. Давай. О, хорошо. Еще попади. О, дядь, пошло дело. Она попадает. Я понимаю. Давай, Рин. Давай, посильнее, давай. Я вижу, блядь, за полоской. Она девушка. А что, нельзя за полоску? Извините. Нормально. Молот тяжелый. До полоски надо. Давай, родной, давай. Еще. Даем. Еще, чуть-чуть, еще два, еще. Давай, ебище, ты ебаная. Еще. И последний. Давай, шлюха. Хорошо. Давай. Ты помнишь, да, Алексей, что у тебя сейчас там вот это... Помню. Давай, все. Все, ой, за полоску, да, нельзя? Ну, до полоски, да. Понятно. Это демонтаж офиса начался, блядь. Не, извините. Сюда! На! Ой, я охуел, блядь! Давай! Ой, у меня кривой гвоздь получается. Давай, сейчас сравняемся! У них гнется у них, давай! Надо выправлять его надо! Нормально! Все, может, ты нахуй погнуть, просто так в бок дернуть? Сюда! Давай, ебать! Найс! Нормально, блядь, сейчас я тебя справлю, блядь! Давай, Алексей. Ебать, там что-то готовится серьезное, блядь. Слышь, сейчас нам напополам, ёпта. С одного проверяй. Ебать, там бревно, прям пацаны собирать по частям будут. Он еще нам погнул, этот. Забивай их, Арина, их забивай гвоздь. На. Сюда!
Вот и размялись. Мы отсосали. Ну как мы? Меткий вы стрелок, Вячеслав. Спасибо. Арина, дай пятюню. Четенько. Хорошая игра. Взаимно. Хорошая. Пососали. И сейчас просто еще, если бутылка встанет, то вообще огонь. Давай. Так, ну что, ребят. Да. Перейдем к нашим темам, которых, я уверен, у вас еще очень много. Да. Куда поедем, босс? Да. А, давай. Заебись. Сейчас. Давайте, знаете, перейдем к теме. Я рука устала. У меня тоже. У меня две. Так вот, перейдем к теме, ага, которая связана со мной. И не только со мной. Так. Еще и с Дмитрием Лексом и с Алексеем Пчелкиным. Уф. Но с тобой никак не связан. Но ты можешь там быть. Речь идет, ребята, о турнире 22 ноября. Ноября, да? Да, ноября. А, ноября. 22 ноября. Послезавтра. Уже в это. Уже послезавтра, ребят. Шоу-матч против Братишкина. Не сегодня, не завтра, послезавтра. Воскресенье, Слав. Послезавтра. Да. Короче, воскресенье. Да, ребята. 22 ноября в 17:00. Где это будет происходить? Ну, адрес я не буду говорить, чтобы там не было сходочки. Знаешь, все-таки времена сейчас тяжелые. Маленькой скромной сходочки. Да, да, да. На кого вы ставите? Если что, ребят, если вы не знаете, Алексей, Дмитрий Ликс, два комментатора этого шоу-матча. У нас 50 тысяч онлайн. Да, кстати. Передаем. Да похуй, передаем. Алексей, передайте. Арина, передаю тебе. С болтосиком вас. Озвучь составы. Смотри, мой состав. Я начну сразу с козырей. Егор Крид. Это значит, что у клуба будет очень много девочек. Он будет, подожди, петь или играть? Ну, к сожалению, играть. Угу. Вот. Потом. Так. Каравай. Угу. Строго. Угу. Десаут. Угу. Это ваша команда? Это наша команда. Ну, это не уверенно. Аплодисменты нашей команде. Бля, как это? Как это приятно, ребят! У меня большой член, аплодисменты! Бля, я уже думал, никто не начнет аплодировать. Я испугался. Так вот, команда Братишкина. Братишкин. Mm-hmm. Что удивительно. Вау. Стинт. Синди. Спасибо. Норберт. Шадоу Кек. Аплодисменты. Хотя не надо, стоп, стоп, не надо. Все, хватит, все. Достаточно. Надо уважать своего противника. Хватит, хватит. Руки на сцене пожмем просто. Все. Арин, приходите, пожмем ему руки. Давай небольшой прогноз дадим. Давай. Вот. Ну ты как игрок, ты можешь его сделать. Давай, мы как комментаторы не можем давать. Небольшой прогноз. Вячеслав, ставки будут? Смотри, то касаемо прогноза, завтра 1 градус, ночью минус 4. Неплохо, неплохо. Спасибо. Мы заебали, мы что, хуйня прям вообще? Подождите, Вячеслав. Так ты дал прогноз на завтра, а матч-то послезавтра. Совершенно верно. А завтра, знаешь, что пишут? Точнее, послезавтра. Да? 2-0, блядь. Вот это уже серьезно. А как? В чью сторону? Ну, догадайся. Ну, спрашивать не буду тогда ничего больше. А вот скажите, там есть комментаторские кабинки, где мы будем? Послушайте, Алексей, там будет все на высшем уровне. Для вас будут предоставлены самые лучшие условия, брошмандовка. Мне как, не надо. Как вы любите. Мне не надо. Я не откажусь. Что ты, блядь, сорян. Вот. Алексей, не надо раньше времени. Кальян. Тогда ее на себя возьмет. Я возьму для себя, да, не надо раньше времени вроде отказываться от условий, достаточно, так сказать. Да, ему отдавать. Да, там будет сцена, будет будка аналитики, то есть, что для вас псы ебаны. Че, видно было, что? Да извини, я пошутил. Ну и что дальше? Ну извини, Лёш. Да давай дальше уже скажи. Лёш, ты чего? Че, обиделся, что? Так, сейчас мы ко второй стадии шоу переходим, да? Сейчас раскладывайте, мы будем идти. Это та стадия, где только звук должен быть, знаешь. Я предлагаю сразу разложить диваны тогда. Арин, тут диван, оказывается, раскладывается. Раскладывается? Слушай, а давайте следующее шоу сделаем, просто будем лежать типа, ну, в кровати. И, просто, как, и тоже две команды, да, и какие-то челленджи будут. Давай, когда у нас следующее шоу? Заебись. И какие-то конкурсы кроватные. Надо назвать наше шоу как-то. А, мы же его назвали уже. Ну, слушай, можно придумать другое название, если ты мягко, сейчас так говоря, намекнул, что это хуйня полная. Не, я просто забыл, как называется, извиняюсь.
Это настолько название. Ну и тоже получается, Алексей, вы сказали. Нет, нет, отличное название. А что, блядь, запиздешь? У меня только вопрос. Почему вечерний бустер там одно яйцо в центре и четыре по бокам? Если у вас одно яйцо в центре и три по бокам. Давайте посчитаем яйца. Четыре по бокам, Алексей. А, вопросов нет. А почему у вас тогда одно? Это не у меня одно. Как это? Следующая новость, ребят. У Димана одно лицо. Лицо, блядь. Ну, лицо у него одно, а яйцо тоже одно. Так, и теперь новый конкурс, да? Сейчас вот в этом пакетике яичко. Куриное, естественно. Ладно. В общем, 22 числа. На каком канале? На моем канале. На вашем канале, Вячеслав. Во сколько? На моем канале в 17:00. 17:00? В воскресенье. Встреча пройдет в формате? Best of 3. Победитель получает? Получает. Это секрет. И проигравший получает, и победитель получает. Сколько получает? 300 рублей. 300 тысяч. 3000 рублей. 300 тысяч. 30 тысяч рублей. 300 тысяч рублей. Победитель? Аплодисменты, ребят. 300 тысяч рублей. Подождите, победитель получает 300 тысяч? Да. Что вы сделаете своей счастью? Откуда я знаю? Я же, так сказать... Вы не выиграл еще. Так я шучу, конечно, знаю, что я сделал своей частью. Слава, а как ты думаешь, Вячеслав, точнее, прошу прощения, команды балансны? Вопрос очень сложный. Мне кажется, что да. Вас не пугает, что там... Егор так не думает. Вас не пугает, что там Норберт, он профессиональный игрок? Слушай, ну я как бы тоже, бля, грубо говоря, амбассадор киберспорта, нахуй. Ну а он профессиональный игрок? Да похуй. Хорошо. Синди не пугает? Нет. А чем она даже меня пугает? Крова ее еще отвлекает, чтобы она плохо готовилась. Да. Да, ну слушайте, давайте не забывать, что все-таки в первую очередь. А что, мне кажется, отвлекает. Что у Славы больше шансов, нет? Думаешь? Мне кажется, да. Ну, я считаю, тоже. На бумаге мне что-то так тоже казалось, но потом я сопоставил наши силы. Чат пишет, нету баланса. Почему нету баланса? Есть баланс. Ну, как минимум, ребят, там действующий, он же действующий проигрок. Норберт? Да. Да. Это да, уже довольно хорошее преимущество. Но нет баланса, пишут. Давайте так сделаем голосование, просто посмотрим, кто, по вашему мнению, выиграет. Просто ради интереса. Голосование в чате от модераторов? Да. А модераторы есть? Или они сейчас здесь? Модераторы, плюс чат, пожалуйста. Хорошо, я сделаю сам голосование. Ого, Вячеслав. Все модераторы. Слав, когда ты успел модерку раздать? Модераторов, наверное, нет. Ну, кстати, модеров, сейчас да. Сейчас решим этот вопрос, ребята. Плюсуют все, кто угодно, но не модеры. О, у меня такая же проблема на канале, Вячеслав. Куда пропадают модераторы? Не знаю, братан, куда. После того, когда ты даешь модерку. Согласна, они куда-то испаряются. Да, куда когда только получаешь модерку, сразу... Да-да-да, в нужный момент их нету. А, все, пошло дело. О. Вот, все, кто, Слава или братишки? Проголосовать. Слава, братишки. Я проголосовал, отдал свой голос. Вы? Я ты куда отдал, если секрет? Вячеслав, обижайте. Братишка, конечно. Я проголосовал за Вячеслава. Слушайте, вот как вам... Скилл Братишкина в Counter-Strike. Как вы думаете, как он играет? Слушай, вполне возможно, что когда он услышал, что здесь 300 тысяч призовой, он начнет над ним работать, блядь. Вы думаете, это человек, который нуждается в деньгах? Не знаю. Я не знаю, честное слово. Симпла. Я считаю, что нам, Алексей, нужно все-таки придерживаться такой нейтральной позиции. Да, мы... Как комментаторы, да? Мы, конечно. Чтобы не было, знаешь, такого, конечно, когда мы вызываем игрока из команды Братишкина, вы кричали «сосать его рот» там, или что-то в этом нет, роде. Нет, но знаете, вот у меня, когда я профессионально комментировал, у меня была такая проблема, я не был непревзятым комментатором. И мне говорили, почему ты топишь за Нави, когда они играют? Я в этот момент говорил следующее. Наши футбольные комментаторы, когда комментируют матч, например, Россия-Англия, кричат очень громко и очень сильно за Россию. Россия там побеждала, и все было там хорошо. Правильно? Я тоже за Нави болею. Вот, видишь? Ну еще бы, но... парень в команде. Да, проблема только какой? В том... Да, проблема какой? Ну я не знаю, там тебе виднее уже. Какой из игроков Нави твой парень? Нет, только один, единственный. Сашка, дорогой. Саня, привет. Завтра у Нави очень важная игра. Подальше отсядь от него, блядь. Саня, привет. Знаешь, такой ухмылкой, блядь. А мне некуда, я уперся уже. Завтра у Нави очень важная игра против G2, французы. Набрали очень хорошую форму, выиграли турнир. Завтра им нужна удача. Арин, не могла бы ты передать пару слов удачи команде Нави? Слушай, я думаю, тут нужно не пару слов, а пару фотографий. Александру отправить, знаешь, который прям вот жестко наставит его на путь победы. А вы знаете, что вот боксерам перед... Нельзя заниматься сексом. Потому что ноги слабеют.
Ну и отправить сейчас она ему. Ну, вообще вроде не за это. Не ноги, а удар слабеет. Ну как в смысле? Ноги слабеют, наверное, только в моменты, когда у тебя хуй плакать начинает. На ноги это все отражается. Нет. Смотри, тут конкретно дело в том, что тестостерон падает. Часто ли плачете, Вячеслав? Членом? Ну, для меня этот так называемый недрочабрь таким не являлся. А одновременно? Я дрочил сильнее, блядь, в 3 раза, блядь. За тех, кто не дрочит. Вы я отдувался за всех, ребят. Спасибо вам огромное, блядь. Подставили меня конкретно. Ну вот. Я, если что, не плачу. Ты про член сейчас? Или про твои жалкие глаза? Про глаза. Вячеслав, а было ли, что одновременно плакали? Типа плачу и членом, и глазами? Да. Такой типа грустный... От удовольствия. Грустный вспрыск. Типа ревешь, качаешь одновременно, блядь, жестко. Может, какая-то драматическая ситуация произошла, или что-то в фильме увидели. Трагедия, да, какая-то? Да. Вроде не было такого. Так припомнить не могу. Слав, мне кажется, у тебя грустный секс был когда-то. Грустный секс — это какой-то типа, такая трагедия, да, прям? Ну, какой-то вот грустный. Типа занимаешься и не хочешь, и грустишь по этому поводу. Да. Ну, нет, а бывало такое, секс, что входишь радостный в секс, а выходишь грустный. Типа что-то прям так сильно расстроило, да? Да. По-моему, нет. А что ты улыбаешься? Охранник. У вас есть? Охранник. Вы видите. А ты не охранник? Ее выведи. Не-не-не, я посижу. Все? Грустно стало, да? Вспомнил грустный секс. Да ничего страшного, ничего. А грустного секса веет прям, знаешь, такой уже грустью. Так, ну что, продолжим? Давайте. Да, конечно. Давайте, говорите тему. Ой, блядь. Сейчас, секунду. А, ну вот, кстати говоря, тот самый рэпер T-Pain, которого мы не обсудили, угу, он пошел навстречу всем стримерам. А, это я видел. Это вот, и выпустил 162 трека, чтобы спасти стримеров от блокировки. Это, знаешь, это когда тот самый рэпер, когда твои треки нахуй никому не нужны. Да-да-да. Я послушал эти треки, это, конечно... Ну, я не все послушал, я один послушал. Может, лучше я вбит напержу 162 раза, блядь. Нормально. Американский рэпер Фахим T-Pain Rashid Najim опубликовал 162 трека под общим названием Pizzle Pack. Осуждаем. Pizzle Pack. Все композиции можно слушать на трансляциях Twitch. За них стримеры не получат жалобу DMCA. Спасибо. Пока что никто из других музыкантов не присоединился к гуманитарной помощи Фахима для производителей контента на платформе от Amazon. Для нас гуманитарная помощь. Пизл пак. Какого автора вы бы хотели слушать на своем стриме, чтобы он разрешил вам право слушать его треки? Я Exile. Нет, ну который... Слушай, я хотел бы Дмитрия. Да нормального артиста назовите. Ты что, охуела, блин? Не обрати Дмитрию в камеру, извиняйся перед ним. Какому? Мы обсуждали рэпера до этого, который никнейм назвал. А, да. Так его можно. Нет, да давай другого. Его можно послушать, да. А, можно? Да. Наверное? Наверное. Да, его можно. Да, можно, можно. Давайте проверим, запускайте трек. Как раз сегодня новый вышел. Не знаю, я бы, наверное, знаешь, как хотел? То есть, вот ежемесячно, если бы была какая-нибудь такса, например, за то, что я слушаю... Такса? Мзда. Таксу можно завести спокойно. Плачу, например, там, $15-20 и слушаю треки. Так это же есть, Алексей. Какая? Что это? Epidemic Sound. Epidemic Sound? Да. Ну и что там не за только треки? Epidemic Sound есть. Там очень много разных треков. Есть еще много других платформ, которые предоставляют услуги. Да. Я знаю, что на MonsterCat сейчас за $5 покупаешь подписку, слушаешь их треки, и они еще помогают с получением компаньонки. Нихуйно. Вот, то есть если вы начинающий стример, хотите компаньонку, покупайте на MonsterCat за $5 подписку. Слушай, остановись. Ссылочка в описании для предложений. Рекламно. А, да, согласен, извиняюсь. Паша вас там обработает. Арина, а какого бы ты исполнителя хотела слушать на своем стриме, вот, чтобы тебе не прилетало? Да ну, вы задолжили мой вопрос, я тоже не хочу отвечать. Нет, нет, почему? Давай, я тебе ответил. Арина, я просто не могу какого-то именно сказать. Я вот тебе говорю, что я бы хотел платить, и чтобы мне Twitch не запрещал слушать музыку. Не знаю, я вот так провела анализ. У меня вот плейлист. И в плейлисте очень много одного артиста, с которым очень много фитов. Ну, кто это? Это Трэвис Скотт. Трэвис только Скотт. Хотел сказать, с языка сняла. Вот просто я листаю, я понимаю, что у меня Трэвис Скотт... А то лучше Трэвис Скотт или Симпл? Симпл. Хорошо. Здесь, кстати, здесь. Вот по поводу Трэвис Скотта, классно. Да, я бы тоже хотел. Сравнили. Но Трэвис Скотта можно сейчас было. Сейчас Трэвис Скотт сидит, плачет, блядь, в чате. Да, блядь, реально, хуярит, прости, блядь. Трэвис Скотт. Я думаю, ему не грустно. Трэвис Скотт. Мне кажется, вообще... Я думал, ты спросишь там Асап Роки или Трэвис Скотт, например. Ну, ты спросил Трэвис Скотт или Симпл. Ну, тут очевидно, да, сразу? Ну, то да. То есть кто бы не шел с сравнением с Симплом, да, там... по поводу рэперов. Так.
Опять про них. А мы же вначале обсуждали вопрос, который был связан с тем, как мы относимся к тому, что исполнители идут на платформу Twitch, правильно? Ты так говорил, как будто они идут куда-то на плохое. Да, да, да. А почему мы ушли-то от этого вопроса? Почему они идут? Да, и как к этому, это хорошо ли это или плохо? Мы же это так и не обсудили. Слушай, да нам так кажется, наши рэперы не идут. Можешь повторить свой вопрос? Что? Повтори вопрос, я отвлекся. А здесь интересные новости. Короче. Ученые обнаружили убивающий коронавирус натуральный продукт. И что за продукт? Эту тему обсуждаем? Коронавирус. Ну, точно. Обсудить же можно. Так продукты, которые убивают коронавирус, тебе не интересно? Можно. Интересно. Немецкие ученые обнаружили убивающий до 97% коронавируса в организме натуральный продукт. Исследователи Института молекулярной вирусологии медицинского центра университета Уильма. Это же британские ученые? Нет. Странно. По данным специалистов, сок черноплодной рябины наиболее эффективно подавляет активность вируса в человеческом организме. Блядь, охуенно. Какой сок, Алексей? Подожди, я так понимаю, ты прямо сейчас сидишь на новостном портале и читаешь новости? Давайте лучше про члены, может, какие нахуй рябины, блядь. И они также считают, что гранатовый сок может уничтожать до 80% патогенов коронавируса. О, я пью много граната, делаю себе. Покупаю себе ягодки гранат. Гранатовые. Я о зрителях забочусь. Рябина ну, такая, извини, и что? Блин, что-то не подумал. Можно ли увеличить член? Это новость? Я забочусь тоже о зрителях. Это новость или вопрос? Это вопрос. Вячеслав, отвечайте. Забочусь о зрителях. Это комплимент ты сделал? Блядь, ты считаешь, что больше половины зрителей пишут побольше, чем твой, блядь, вяленый огрызок, блядь? Нет, просто у меня родился такой вопрос, объясню почему. Ну, все же бывали на разных сайтах. Нет, не все, Дмитрий, расскажи. Мне интересно, чему. Короче, постоянно вылезает объявление. Вот вы верите в это? Так вообще-то я даже знаю, как. Про гель, блядь, который на залупу мажешь. Ну, гиалуроновый, вроде как гиалуронка увеличивает член. Так же, как... Нет, это так же, как губы? Да, конечно. Ребят. У нас срочная новость. Ага. Почему, когда ты мажешь член мазью для увеличения члена, а не увеличиваются руки? Можно я уже пойду? Это проверяли? Британские ученые? И чё в чате сразу пишет, это писюн 2-4 сантиметра. Ну, потому что мазь для члена, а не для рук. Вот и все. А чем тогда мазать, если не руками, чтобы только... Так нет, мажь руками. Мазь не увеличит руки, если она для члена. Может быть, надо носить мазь на поверхность, типа на стол, и мазать об нее член? Херачить, да, в стол. Ну, тогда может увеличиться стол. И занозы еще могут быть. Ну, хуже, что стол увеличится. Нам что, не за глаз? Нахуя тебе большой стол? Поставить на него что-нибудь большое. Ну, хоть стол большой будет, Слав. Если член не увеличится. Дмитрий. Да, Алексей. Вы только смотрели или все-таки пользовались этими препаратами? Нет, я только смотрел. Честно, вот было желание, просто интересно. А с чем оно связано? Шоу, конечно, долбоевское. Любопытство. Тяжелый случай. Ой, что? Я так и не попробовал. Не попробовал. Решил спросить у вас, у зрителей, да, то есть действительно ли это так? Ну, работает ли это, стоит ли заморачиваться? Ну, ребят, если пробовали, напишите, пожалуйста, Дмитрию Алексею, потому что он хочет узнать. Да, спасибо. Пожалуйста. Ну что, ребят, давайте новости. Ладно, на самом деле у меня там кое-что завалялось. Эвилон получил бан в системе обмен. Стрим-снайпер? Я закинул эту тему, меня послали нахуй сразу же. Да, сказали, пошел ты нахуй. Знаешь, что я сказал в ответ? Да без проблем. Ну давайте тогда такую новость. Смотри, какой а, нет, давайте новостной портал, Вячеслав. Тише, тише, Алексей там. Вот прямо из свежего. Там боковая камера просто. Нет, не будем, ладно. Не стоит. Из свежего давайте. Я хотел, но потом думаю, не стоит. Да почему? Давай. Что там случилось? Ну ладно, бог с ним. Ну давайте. Учит бан ДДР или что? В Госдуму внесен законопроект о том, что... Я не помню, как он точно звучит, но что могут забанить площадки типа YouTube, там,
Твиттер и так далее, ну, ограничить доступ к ним. Вот как вы на это вообще все смотрите? И что, и как это повлияет? Ну, Твича там нет, Твич там нигде не фигурирует. Как это повлияет на Твич, если эти доступ к этим площадкам ограничат? Как повлияет Госдума? Я предлагаю следующий вопрос. Еще раз повтори. Ну, смотрите, например, происходит такая ситуация. Блокируют YouTube, блокируют там Twitter, Twitch не трогают. Вот как это повлияет на стримеров на Твиче и вообще на Twitch? То есть положительно это скажется? Или как? Естественно, положительно. Положительно, конечно. Что естественно, это, почему? Как иначе? К нам прибежит много зрителей, много народу. Увеличится рекламодатели. Давай не будем говорить к нам, к тебе, к Лёше, ко мне. Востока-востока стримит Ликс, а люди не просыпаются. Минус Твич. Челы пишут минус Твичи, потом слышишь. Там, у нас Ликс, блядь, из разряда моей бабушки, там в 6 утра уже, блядь, уже в ОБС нажимает запустить трансляцию, блядь. Это случай достаточно тяжелый. Так, давайте, ребят, может быть, перейдем к вопросам к чату, точнее, к вопросам с чата. Давайте, ребята, вопросы. Потому что наши вопросы, я так понял, закончились еще пару часов назад. Нет, вопросы у нас еще есть. Я так понял, вы сейчас летаете на 8-й портал, Алексей. Да, мне кажется, у нас больше вопросов, чем ответов. Ну, ребята могут пока какие-то вопросы писать, мы будем на них отвечать. Пишут альбом Кизару, как вам? Мне похуй. Я не слушаю Кизару. Мне не зашел. Мне тоже не зашел, но просто ничего особенного. Однообразный. Вот так вот, да. Типа слушать можно, но ничего особенного. Когда Simple приедет, спрашивают. Короче, это Карине вопрос. Вопрос сейчас. Это прям адресованный вопрос Карине. А что-то кроме Александра есть в чате? Просто гениальный вопрос. Ты сосал или сосал? Вопрос. Неплохой вопрос. Отличный. Что-нибудь более интересное? Паш, начеркай там быстренько какой-нибудь блиц-опрос. Да. 10 вопросов для каждого. Слава! Один. Слава! Нет, не один. Ну да, попроси кого-нибудь. Вячеслав. Да. А вот такой вопрос хороший. Ну, знаешь, как-то, блядь, как контент придумать. Ну, вовремя не успели, блядь, давай прямо сейчас. Слава. Тупые вопросы максимально, там, про пенис, не знаю, неважно. Вячеслав. Ждем ли мы Ивангая на Твиче? Кого? Да Ивангая. Бля, я пиздец как жду, я каждый день просыпаюсь в мыслях, когда же Ванечка, блядь, уже наконец-то запустит свой стрим, ёбаный. Ванечка приедет в Россию? Приедет. Да. А число он озвучил на стриме? Нет. А я не знаю. А я знаю число. А это можно ли озвучить? А я вот не знаю. 20? Нет. Жаль, 11. Ребята, а Ваня озвучил? Насколько это свежая информация у тебя? Ну, может быть, пару дней назад. Mm. Есть еще свежее? Может, Генсурга прилетит? Нет. Пишут 4-5. Ну, правильно пишут. Вот, значит, озвучил. 4-5 декабря. Да, возможно, я слышал. Да, я тоже это слышал, да, он, по-моему, на стриме это что-то такое говорил. Вполне возможно. Да. Ну, не будем говорить, что это точно. Давайте дождемся нормального вопроса из чата. Да. Сосал ли бустер? Хороший вопрос. Это кому? Как относишься к маге? Вопрос. К маге? Да. Файвскилл? Да. Крайне положительный. А, к Мияги, извините. К Мияги. Солнечные блики, рассветы туманные. Да хуй его знает. Но очень похуй. Все молодцы. Мияги молодец. Да, согласен. Хорошие песни пишет. Красавчик. Я очень жду сейчас трека «Шкире». Скоро выйдет. А есть дата? Я уже работаю. Пока даты нет, надо добраться до студии, записать все это и все. А, трека нет еще? Да. Но это трек, я не так скажу, это новый уровень. То есть, ну, новая школа станет старой школой. Вы один в этом треке? Да. А бит вам писал? Писал. Это хорошо. Бит писал Моргенштерн. Угу. Сам? Ну, практически. Вопрос сейчас. Как тебе имя Артем? Какой Артем? Ну, как сказать, блядь, чтобы не так сказать. Ну, хорошее имя. У нас есть Артема здесь? Ну, хуй знает, если честно. Бустер, планируется ли в будущем приглашать зрителей из чата на шоу? Кстати, очень хороший вопрос. Да чтобы шоу было покороче, да, чтобы примерно за первые 10 минут запрещенка вылетала и нахуй все по домам, блядь. Это... Слава, правильно это... я понимаю, что, например, если зрители приходят, например, ну... Слушай, извини, что перебил, да. У меня была идея сделать кастинг для Генсухи. В живом формате. Уже не актуально. Так вышло, да, что... Она сама устроила. Она сама устроила.
Вот. Да, там получилось так вышло, что... Я же правильно понимаю, что если какая-то запреточка дикая вылетает, то ты просто прощаешься с человеком и, ну, осуждаешь это все? Или как это работает? Нет, я думаю, что ему можно парочку этих приписать. А, сразу, да? Не-не, ну в GTA 5. GTA 5. Естественно, консоль будет здесь стоять, мы его сразу сажаем. Паш, правильно же, да? В GTA 5. Арина, когда новые фотки? А то на одни и те же уже надоело... Что? Дюбарить. Где Леонтьев, ребят? Леонтьев давно уже не был на связи, он не выходил. Так я недавно новые фотографии выложил. Да? Ты говорил, у тебя какой-то будет супер фотосет? Не, ну это он будет потом уже. Алексей, женатый человек, блядь. Я про чату. На чату, блядь. Дрочила, ёпта. Ну будет, будет. Я думаю, что в скором времени. Я о пацанах беспокоюсь. Да, о пацанах. Каких, блядь, о своих двоих, блядь, о шланге, ёпта. Почему шланг? Может быть, Вячеслав, как вы относитесь к 89-му скваду и их конфликтам? Ну, это вопрос всем, в принципе, нам на самом деле, не только к Славе. Слушай, касаемо конфликтов, ну, я не могу к конфликтам относиться позитивно. То есть, особенно, когда их много. Это хуево. Согласен. А как вам такая фраза, что 89-й сквад — это коллеги, а фрики — это семья? Красиво, красиво. Ну, хуй, на чепуху. На что? Ну, вот эту фразу, блядь. Ну, она в интернете, это не моя. Ну, тогда нормально. Может ли... Я не могу, знаешь, отвечать за 89-й, но могу ответить за нас. Пиздёж. Ладно, что такое. Нормально, все правда. Может ли к вашему скваду присоединиться какой-то левый стример? Как понять левый? Я вот тоже немножко. Ну, просто вот. Просто. Ну, вот какой-то стример есть? Ну вот просто есть чел какой-то, его просто присоединить. Вот меня сейчас на стримах спрашивают, как присоединиться к фрикам, Вячеслав? Открываешь Twitch, там сообщество, присоединиться, кнопка. Я не знаю, почему никто до этого не додумался до сих пор, блядь. Вроде все люди, так сказать, уже продвинутые, блядь. А, так можно? Ну, конечно. А, ну все. О, кстати, интересный вопрос, раз уж мы тут затрагивали тему 89-го сквада. А позовешь ли ты, Слава, на подкаст Братишкина? Ну вот, вот этого плана? Да. Ну, у меня вот в ближайших планах есть позвать его. Чтобы, кого? Знаешь? А? Кого? Братишкина. Угу. То есть, смотрите, ребят, давайте сразу обсужу с вами формат. То есть, это пилотный выпуск. Мы планируем там менять, добавлять, что-то убирать. Вы можете прямо сейчас написать, что убрать, что добавить. Смотрите, в планах есть звать гостя. Звездного гостя. Гостя. А? Гвоздя. Гость. Звездного гостя. А я что, думаю, не говорят что... гостя? Гости. Я думаю, так сойдет. Звучит. Гостя. Сегодня гостя. У нас... Звездного гостя, да. Гостян. Анекдот? Анекдот? В семье скелетов родился сын. Назвали Костян. Да. Ура. Спасибо. Спасибо. Прикольно. Так. Солозолу, говорят, позвать. Вот это... Да. Это будет интересно. На разложенный когда... выпуск. Но на это надо, да, на выпуск, где диваны будут разложены уже. Я возьму палочку свою. Она 5, сейчас не 5, с вами? 5 секунд, которые будем крутить. Палочка. И задавать вопросы. Не-не-не, Алексей, я буду на этом выпуске искать и лежать. Сколько сантиметров у Алексея? А Солозула при чем? Она будет рядом с диваном лежать. А. Алексей, а сколько сантиметров у Алексея вопрос из чата поступит? Да я не знаю, я не меряю. Короче, малюсенький. Мелкий хуй. Без обид, Алексей. Понял. Давай, прикольная. Давай. Тема. Когда крит будет, ребят, когда... Это тоже прикольно. Это мне даже, если честно, больше нравится. Я вообще про член люблю. Надеюсь, там без фоток? Так, да. Поехали. Мало, быстро отвечаем по очереди. Это давай. Блиц, да? Блиц. Погнали, все, я даже выключу чат. Честно, давай. Давай только потилками рубанить. Да нет, давай. Арина, вон там камера. Давай каждому. Работай на камеру, каждому Арина. По одному. Покажи быстро. Секс. Ну, в смысле, я имею в виду эмоцию. А то мало ли странно. А как? Мне нужно общение с человеком. Да. По одному каждому. Так бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Можешь ли ты лгать, не говоря ни слова? Бля, почему он так смотрит? Мне как будто страх. Нет. Просто. Если не сейчас, то когда? Завтра. Упорствуешь ли ты в том, в чем должен уступить? Ну, знаешь ли, это такая тема. Давай. Упорствуешь ли ты в том, это в чем должен уступить? Да. Да? Да. Да. Ага. Я вопрос не понял. Ну, тоже. Мужской плач является признаком слабости или силы? Силы. Угу.
ты бы нарушил закон, чтобы спасти того, кого любишь? Конечно. Для того, чтобы спасти. Ты бы нарушил закон Архимеда? Да, я бы нарушил. Закон Архимеда, блядь. Вы это слышали? Слава, тебе нравится то, чем ты обладаешь? Да, большим членом. Он охуенный. Когда все сказано и сделано, ты продолжишь дальше говорить или начнешь делать? Начну делать. А, нет, а как все сделано и сказано, ничего не буду делать. Когда сказано некоторые и сделано. Некоторые вопросы только сложные, блядь, знаешь, надо как-то часик подумать, блядь, посидеть. Смотри, все сказал и все сделал. Я начну говорить или делать? Ничего не начну, потому что все сделал и все сказал. Алексей, да. Если бы твой брат разговаривал с тобой так же, как ты говоришь с другими, как долго продлились бы ваши дружбы с ним? Что? У меня нет брата. Давай другой. Время или деньги? Это хороший вопрос, блин. Время. Угу. Арин, ебучку растопырь. Ну, попросили, я имею в виду, блядь, подвинь волосы, просто ебучку. Ну, сказали не так, Арин, просто сказали волосики убрать. Ну, ну да, сказали не так. Прикинь, какое-нибудь телевизионное шоу, да, и там просто... Ну, ебучки-то растопырили, что сидим-то, шоу началось. Ну, слышь, ну давай поженимся. Ты сказал, что мы пойдем? Да. Сказал? Ну, ребят, в процессе. Прерывая блиц, мы с Диманом, еще с кем, кто еще у тебя будет подруга жениха? В процессе. Ну, Дина, давай Дину. Это шикарно будет. Ну, в идеале. Ребята, мы с Диманом и с Диной, она только что согласилась, я уверен. Идем, ну давай поженимся в декабре. В Питере? Не, а где это? В Москве. В Москве. Ждите инфы. А это все постанова, да, Дим? Нет, он реально там обязательно трахнулся после шоу. Что сделать? Обязательно трахнуться. С кем? Не важно. Там просто такие условия там не... Ой-ой-ой. Слушай, они, кстати, подходят, дружу, мне кажется. Аккуратнее, там она такая... Аккуратнее, да. А то мы, блядь, вот так, вы сейчас шутите, а достанется мне. Ну, тебе достанется. Она реально, прикинь, посмотрит, так затопит, блядь. Так. Попчам. Так. Попчам. Вячеслав. Да. Лучше слушать мозг или сердце? Мозг. Бездушная скотина. Лучше. Но сердце тоже надо переслушать. Так, это я скипну, потому что страшно такое. Дмитрий! Да, Арина. Сосаливый хуй. Дмитрий, вопрос из текста. Да, из текста. Вопрос из текста. Считаете ли вы, Дмитрий, пожилых женщин привлекательными? Мне кажется, привлекательными. На этот вопрос лучше ответит его стоячий член. Визуально? Потому что рука твоя уже лежит. Визуально нет. Если как человек, да, почему есть очень хорошие женщины, с которыми приятно общаться. Старые? Или в возрасте? В возрасте. Ну, согласен. Да. Поэтому я Диман не зову с моей мамой знакомиться, блядь. Ну его нахуй, блядь. Вячеслав, подождите, я хочу к вам задать. Смогли бы вы жениться на некрасивой женщине, но зато богатой? Нет. Нахуя? Угу. Я сам богатый. Ну тут вопрос Алексея, тут у него жена есть. Ну... Так отлично. Так давай, это будет с подвохом. Хорошо. Алексей, девушке лучше использовать крутой или дерзкий статус в соцсетях, чтобы привлечь внимание парня? Что, блядь? Да. Алексей, а как вы свою жену привлекли? Дерзким статусом? ВКонтакте просто было написано «бз». Нет, я просто поцеловал ее. До знакомства. Нет, давайте я лучше буду читать вопросы, прежде чем их озвучивать. Я ее поцеловал, она сказала, что дальше. Дмитрий, в отношениях за кем должно быть главенство? За мужчиной или за женщиной? За ребенок. За мной. Кто? А вы кто? За мужчиной, за мужчиной. Алексей, что бы вы сделали, имея возможность целые сутки быть невидимым или женщиной? Невидимым, если? Да. Блин, прикольная тема. Бля, это охуительный вопрос. Это очень классный вопрос, я в детстве постоянно мечтал. Думаю, блин, я бы сейчас, знаешь, что хотел? Останавливать время бы я еще хотел. А? Типа остановил время, там что-то походил, что-то поделал. Бля, это очень интересно, прикинь, можно? Да. Ну ладно, потом скажу. Смотри. Ну лучше не разговаривать. Если я бы стал невидимым, я бы, наверное, проник туда, куда не могу. В меня? А если я невидимый, если бы я куда-то проникал, это бы чувствовал кто-то? Алексей, я потерплю. Не волнуйтесь. Ладно, в общем, да, я бы проник туда, куда бы... Смотрю в чат, чел пишет, хули смотришь, тут ничего интересного. А я тоже смотрю в чат, мне не пишут. Так, давайте, там про члены вопросы тебе скинули? Дай их Арине, пожалуйста. Про члены вопросы? Да. Ну, естественно, я их Арине дам, бля, кто лучше всех разбирается, так сказать. Я не знаю. Так, а куда они должны были скинуть? Ну, в телегу.
Бля, просто про члены я прям предвкушаю 25. Они только для Арины или они для всех? А, это факты. Может, они для всех? Это факты, а, это факты, это не вопросы. Перефразировать? А, у меня в секс-правдомере такие вопросы будут. То есть минус ваш выпуск получается? Да не, нормально, там не только про член. Самое глубокое. Там чего-то... Главное, телефон дай экран. Слушай, тут надо аккуратненько. Как раз Арине давай. Давай Арине, она как раз боком сидит, она там не видно. Ее не захватывай точно, давай это заставишь. Ты пока закрой, да? Найди в тот момент, где не видно ничего. Не, там не видно. Вот это? Вот так передавай. Сейчас не видно, Слава, вот же экран, вон. Арин, не забывай то, что там на экране. Не забывай, что на стриме. Прикольные штучки. Тебе только надо перефразировать и задать вопрос. Ой, я все закрыла случайно. Ладно, я открою. В английском языке существует два правильных варианта обозначения слова пенис. Во множественном числе пенисес и пенис. Что это значит? Так, неплохо. И что? Это типа... Что это? А, это просто факт. Да, тебе надо перефразировать и сделать вопрос. Ну, типа, какой-то... Все, я поняла. Ну, типа, да, давай. Так и что? Дим, ну, или да. Например, там у тебя написано, самый длинный член в мире 25 сантиметров. Ты хорошо. Думаешь, веришь ли ты, внутри, что самый длинный член 25 хорошо, сантиметров? Окей. А лучше, чтобы я еще и гадал, сколько сантиметров. Ну, знаете, Дмитрий... Я и 26 видал. Не сомневаюсь. А вы сколько видели? Я сколько не Дмитрий, видел, насколько, по вашему мнению, уменьшается член у мужчины... От курения. Может уменьшить член. Сантиметра 2-3 в год. Курок, блядь. Сантиметра 2-3 в год? Да. Зависит, сколько сигарет в день. 2-3 в год. В год, ёпта! Как процент, блядь. Год куришь, минус 2-3 сантиметра. Так, Арин, это правильный ответ? Нет, вообще на 1 сантиметр, но тут не уточняется. На 1 сантиметр? Да. А, за всю жизнь просто. Курит, курит, он иссыхает. Хорошо. Да. Алексей. Да. Я не курю. Ага, хорошо. Кен пишет, у меня отец 35 лет курит. Как думаете? Не, ну это, ну тут очевидно, типа. Ну, как думаете, у трупов может быть эрекция? У трупов? Да. Я думаю... GTA 5 РП. Я думаю, что в GTA 5 РП... Я думаю, что GTA не предусматривает этот факт. Да, но перед смертью последний, я думаю... Бахнуть можно. Хорошо. Правильно? Давай, стой, если там прям пиздец, то там все-таки... Не, ну это такое было, типа, ну, это же ВРП. Не, это понятно, это кто-то про GTA был, но она так посмеялась, что дальше как будто еще жестче будет. Твой лучший факт остается. Ну, нельзя составить вопрос, типа... Я прав говорил? Я прав был? Просто читаю факт. У привлекательных мужчин чаще всего более качественная сперма. Да. Ну... Я ручаюсь за это, Диман. Тоже. У вас очень качественная сперма. Длина самого большого члена в мире в сантиметрах. Каждая свою версию давайте. 27. 35. 38. Алексей победил. 34,3. Блядь. Как температура почти. Кир, подмышку сувать его, блядь. 34,3. Как думаете, какой процент населения мужчин недовольны своими пенисами? Процент? Да. Я думаю, примерно 22. Я думаю, каждый второй. Я думаю, что... Я доволен. Я думаю, что 39,5. Ну давай, процент, Слава. Процент скажи. Процент скажи. Ну, мне кажется, процент 25. На самом деле 30-35. Примерно так. Недовольны своим членом. Угу. То есть они ссорятся постоянно с хуем. Ну, скорее всего, да. Это же бытовые такие темы. Бытовые, трагами, да. Так. Ну, вы говорите, я тут пытаюсь перефразировать. Ну, да. Нет, все да. Хорошо, мы говорим. Ну, да. Что? Ну, просто пока перефразировать да. Пытается, а, мы все, разговариваем. Угу. Например, Алексей. Да? Давайте поговорим с вами. Да, и, конечно же, Дмитрий. Арина, ну что там? С
сегодня у нас... Тут жесть просто сейчас, я тут надо фильтровать. Скажите, вот смотрите, вот Слава сказал в начале выпуска, что у нас пилотный выпуск. Многие наверняка думают, что мы снимаем в самолете. Не могли бы вы объяснить людям, хорошая что шутка. Такое... Сразу видно, что заготовлено. Не могли бы вы объяснить, что такое пилотный выпуск? Могу объяснить и сразу развеять миф, что это не пилотный выпуск. Потому что здесь нет пилота? В кабине может быть только два пилота, а нас здесь четыре. Хорошо. И тогда какой это выпуск? Первый. А где же шутка про то, что здесь только у одного? Пилотка? Да. Так это пилот. Пилотный выпуск. Это пилотковый выпуск получается. Да, знаете, позиция. Вот это хорошо. Я хотел пошутить, но я думал, мы так не пошли им особо. А, да? Ну, особо не прошли им, короче. Итак, следующий вопрос про члена. Так, хорошо. Как думаете, с какого возраста начинается снижение чувствительности полового члена? 33-34 где-то. Диман, а сколько тебе сейчас, напомни зрителям? Сколько тебе, Дим? 34. Я думаю, что, наверное, где-то лет 80. Ого! Нет, я знаю, что... Это вы половой гигант, получается, Алексей. Нет, почему? Висяк будет жесткий. Да какой висяк? Все зависит от тебя, от настроения. Можно в 75 гвозди заколачивать, ты что? Можно, мы уж сегодня позаколачивали. Не молотком. А сколько? Ты сколько думаешь? Мне кажется, где-то в 60. На самом деле с 25, ребят. Так вот, тут-то я уж хуй по утрам не чувствую. Где-то, блядь, нахожу его там в семейне, как, блядь. А, вот так вот. Как думаете, сколько эякуляций за свою жизнь совершает мужчина? Эякуляция. Эякуляция. Примерную цифру. Примерную цифру? Ну, смотри, до 60 лет эякулировать раза 2-3 в день, это 3... Куда ты там собрался, блядь? Что? Работяга, блядь. Хуй сотрешь, блядь, уже рано останется, блядь. Вот и 2-3, блядь. Раз типа в день получается, да, примерно. Но в среднем, наверное, 3 раза в неделю. В месяце 4 недели, 12 раз в месяц, брат, правильно? 12 раз в месяц, 144 раз в месяц, если у тебя раз в день. 144 раза в год. Ты раз в день дрочишь? Не, не раз, 3 раза в неделю где-то. А, 3 раза в неделю, не каждый день. 12 в месяц, 144 в год, правильно? 144 в год, 60 лет, 60 на 144, 6 тысяч, 8425. В общем, в среднем 9 тысяч. Да, 8-9 тысяч. Не, на самом деле неплохо, 7200, блядь, это средняя не цифра. Не дождалась, я хотел сказать. Да потому что... 7200 хотел сказать, долго думаешь. Получается, мы в среднем 7 тысяч раз кончаем за жизнь. Бля, мне кажется, какой-то пиздеж, потому что у меня такой план на год ближайший. 7 тысяч раз кончено? Согласна, это очень мало, я согласна. 7200, мне кажется, я уже там по 15 тысяч уже, мне кажется, не было. По 15 тысяч, Ирина, уже? Я думаю, да. Куда 15 тысяч? Ну, мужчин же, видишь. Пацаны, в чате сколько? Напишите. Нет, у женщин-то может быть другое. Раз, два, три, сколько в день? Бля, сколько тебе интересно, знаешь, вот в масштабах, вот в литрах? Да дофига, прикинь, если все в одно место прыснуть. Вот так вот, знаешь, конкретно, вот бассейн можно налить. Да какой бассейн, это больше? Бассейн. Со всего мира, прикинь, бассейн если взять. Спермы? Нет, какой всего мира, блядь, всего мира, это у нас океан бы, блядь, спермы был. Какой союз? Я тебе говорю именно, вот у каждого человека сколько примерно, вот какая-то, ну, канистра там здоровенная или что это? За все время? Угу. Да я не знаю даже. Интересно. Да по-разному же бывает. Я думаю, там такой вопрос тоже есть. Сколько в среднем спермы? Челы два пишут. Два раза. Что, два раза в год? В день. Два-три раза два, в день. Два-три раза в день. Ну, вот. Это аудитория-то молодая, им по 15 чел лет. Даже не, 10 это все по-разному, да. Я говорю, у меня рекорд, не люблю хвастаться, но 11 дней. Что? Что 11? Что, блядь? Раз зубы чистил. Сколько калорий содержит ложка спермы? Блядь. Калорий? 120 грамм протеина примерно. Хорошая. Калорий? Да. 1500. Калорий, она типа... Нет, пусть будет 5, я не знаю. Это типа не диетический. Это питание заменяет питание. 1500 калорий. Один прием пищи. Если в творог добавить, то может... Что я, наверное, на такие темы затронул, я аж проголодался чуть. Тоже кушай. Поехали покушай. Слава, Слава. Замешайте мне, пожалуйста, протеинный коктейль, блядь. Я уже думал, официант ушел. Можно у официанта попросить. Покормить тебя. Покормить. Нет, пишет, ясно, чем старый питается. Так не, ну серьезно, сколько калорий? Сухой. От 5 до 25. Калорий? Достаточно диетический продукт. Поэтому лучше чем-нибудь жирненький. Сколько в среднем у мужчин бывает эрекций в сутки?
Утром, вечером две, и в середине дня может быть рандомное. Бля, бывают такие спонтанные, знаешь, ты да, хуйню говоришь. Да, неожиданные. Блин. Там, мне кажется, больше. Мне кажется, 10. 11. 11? Диман, какая у тебя была самая такая спонтанная реакция, вот, которую ты просто ненавидел за это? В метро, когда теория, в тренингах ехал. Теория, почему яйца располагаются... Ты стоял, да, там перед тобой человек сидел. Ну, просто в метро в тренингах что ехал, теория? И прям, знаешь, и все про яйца. Как, что с яйцами? Как вы думаете, почему одно яйцо выше другого? А чтобы они, короче, разный уровень, и чтобы не грелись. На разных этажах живут. Да. Да нет, это симметрия, у нас все тело так. Одна часть чуть-чуть ниже, а другая чуть выше. Бля, я думал, у меня с яйцами что-то. Не, на самом деле, для того, чтобы они друг от друга не бились. Да? Да, да. Технология. У нас же вроде тело такое, что у нас. Бля, мне кажется, не предназначено для того, чтобы биться. То есть ничего там такого нет. Но не от друг друга. Сколько длится в среднем половой акт? Средний половой акт? 2-3 минуты. Я думаю, где-то, да, что-то около там 5 минут, мне кажется. Что-то, мне кажется, мы затянули вопросы про члены. Так ты сам их начал. Вы охуели. Минут 5-6. Ты начал, ты и кончай. Ну давай, ладно, 3 факта. Ты начал, ты и кончай. Достойно. Че, Ирин? 5-6 минут, да? Читай подряд все. Там, по-моему, такие факты, которые нельзя озвучивать. Тогда я и говорю, лучше не надо, Ирина. Если ты думаешь, то нахуй надо. Не рискуй. Если ты думаешь, то... Блин, ну я теперь все про члены знаю. Я теперь... Как это может в жизни пригодиться? Ну как? Дядь, ну вообще, я тебе так скажу, эрудированным во всех областях быть прекрасно. Полностью согласен. Прекрасно быть эрудированным во всех областях, Слава. Ладно, пожалуй, закончим. Спасибо. Давай, все. Да. Спасибо, Арина. Не за что. Что, давайте теперь у чата узнаем, ребят, что бы вы хотели добавить, там, убрать, изменить. Возможно, кого-то из ведущих нахуй. Может, меня в пизду. Да, интересно же, кого? Ну, просто вот так интересно. А это утвержденный список ведущих? Да, вот еще вопрос. Так вот тогда. Подожди, если столько ведущих, как бы, блин, где гости будут сидеть? Это кастинг. А, это кастинг? Где будут гости? Куда сосать? Куда сосать? А, поставлю, что ли, пока бутылочку? Да, ответы. А, сегодня не мой день. Там вода должна быть. А? Вода должна быть. Поставил. Пишут много чего. Mm-hmm. Читать все по очереди? Стола не хватает. Мне просто... Скажет, будет. Мне просто кажется, нужно больше концентрации новостей, не только с Твича. Знаешь, я думаю, вот как раз, вот знаешь, вот эти типа касаемо блиц, вот знаешь, такие вопросы, только вот именно... Да почему? Мы просто понятно, можем обсуждать просто... все новости. Нет, Слав, надо было составить список, надо Вообще было... Не только с Твича, нам надо все, вот такие какие-то... Да, нет, какие-то интерактивчики, игрульчики всякие. Типа на Твиче и так стрим на сайте все новости, это понятно. Какие-то из них типа можно обсуждать. Но во всем мире, на самом деле, куча всяких рофильных новостей, каких-то серьезных, да? Вопрос в том, что чат хочет, чтобы еще обсуждали, да, потому что не все серьезные новости там получится, например, как-то... Типа, если это как прожектор Paris Hilton, серьезно будешь обсуждать. Например. А у них такой формат, да, был? У прожектора? Да. Ну, там прикольные новости, они просто зачитывали, какие-то социальные серьезные такие обсуждали, а какие-то просто вот темы, то есть, которые да, перефразировали, делали как-то шутками новости. Кажется, просто интенсив новостей надо чуть увеличить. Разбавляйте в какой-то момент, как Арина говорит, Ким. Надо и получше подготовиться. Я бы даже сказал не то, что интенсив, я бы сказал одну новость, допустим, просто брать какую-то серьезную новость и ее обсуждать. Мне кажется, нужны костюмчики какие-то нам одинаковые. Костюмчики? Да. Ну, костюмчики. Как у меня всех таких. Да, да, да. Хорошо, мы же не знали, Вячеслав. Посмотрите, вот как мы не знали и как мы пришли. Ну, вы хорошо выглядите. Ну, спасибо. Придем в костюм. То есть какой-то новости больше времени еще уделять тоже. Мы так, знаешь, прям, прям вообще вскользь. Надо было, да. А нужно чуть вглубь нырнуть. Звездных гостей хотим, пишут. Ну, а да. Если звездные гости будут, то в каком формате? Просто приходят, пообщались, съебались? Да. Так же было у Paris Hilton. Они вот так вот подставляли стульчик, пятый заходил, они ему там типа, прочитай новости, и он такой типа, на бутылку сел слон. И они такие, вот. И он уходит. И потом он, да, одно обсудил типа и уходит. Общаются, и в конце они бахают этот какой-то на музыкальный номер. То есть нам еще нужен музыкант. В конце бахнем. Не обязательно, почему? В конце будем рэп писать, трек. Ну, например, каждый если, раз. Смотри, если у тебя... Каждый раз рэп-трек. У нас будет минус. Это, сука, на мне эти цепи так манят. И мы пишем рэп-трек, и группу назовем... Фо. Айс. Повязки пишут, не хватает, Слава. Потому что это... Повязка, ребят, будет. Что это не бустер? Не волнуйтесь. А ты бустер? Я Леонид. А, ну вот.
А ты тут будешь ли бустером, или Леонтьевым? Бустером. А, вечерний бустер, точно. Может, вечерний Леонтьев? Блин, бустер а может, просто Леонтьев? Я просто приехал, по-моему. Просто Леонтьев? Он, кстати, зайдет на более старую аудиторию, знаешь. Валерий, так сказать. Ты можешь еще чередовать, например, выпуск серьезный, допустим, какие-то, ну, такой, да, а потом какой-то рофильный выпуск. Алексея в следующий раз только трезвым на шоу пускай, типа. Да, Марк просто завидует, то, что я могу, а он... Это верно. Так, что еще пишут? Арина Спина прямо согласна. Хорошее замечание. Вот это да, надо 100% следующего. А что окна пишут? Окна. А, помните, как в окнах? Нагиева. Окна Нагиева, я думаю, они имеют. Там в конце драться тогда надо. В конце драться надо. Тогда это один канал, один твич и все. Один стрим. Ну там же не настоящие драки. Ну ты докажи это стриму. В UFC будет. Не, можно же такие драки в перчаточках такие накидать пару двоечек. Ну, консоль это скучно будет, если консоль АФК такой. Не, так а нельзя на твиче в перчатках слегка драться? Не все можно. Слегка? Слегка. Можно взять. Я думаю, кто-то перегнет. Да, можно сделать большие перчатки, от которых даже больно не будет. Просто большие прямо и все. И... Можно, да? Можно тренироваться. А ринг раз занимается боксом. Можно сделать турнир среди стримеров. Типа, помнишь, как эти были? Бокс со звездами? Я же знаю, что хочу сделать. Бокс со звездами был? Это вообще жестко. Показывали. И можно, типа... Не, я сейчас хотел сделать турнир по VR-боксу. Ну да, VR-бокс. Ну просто это не для этого формата. А ты будешь покупать? Ну, а теперь думаю. Значит, ты участвуешь. Ну, а теперь думаю про VR. Да. Что-то дороговато выходит. Ну, дорого, да. Но охуенно. Такой кардио взять вообще. Согласен. У тебя есть VR? Атмосфера поуютнее. То есть, короче, Лекса убирать, правильно? Не знаю, мне кажется, у нас наоборот очень уютно, нет? Даже слишком. Не, ну просто мы здесь немножечко... Мы здесь немножечко просто в рамках. Мы сейчас это первый выпуск. Уютнее, ребят, это вот кровать раздвигаем. Это просто первый выпуск, мы немного все равно. Я не согласна с комментарием про уют. Все, ушел сейчас. Каминчик, вон туда. Это новогодний выпуск. Типа менее будет. Официально, что ли? Но это один чел написал. Я не вижу, кстати, комментов про Юд особо. Ну да. Да, не, нормально. Это просто один чел написал. Микро нормальные пишут. Кстати, вот про звук много писали, что со звуком что-то не так. А что со звуком? Там не должно, знаешь, мне уже самому интересно переслушать просто, как это все звучало. Ну, послушаем. Извините. Шторы. Шторы нужны. На какие-то философские темы пообсуждайте. Ну-ка, мужики, разойдись. Ну, это все разнообразить можно, ребят. Это... Ну, кстати, со шторами, может, прикольнее было бы. Ну, к следующему выпуску мы уже 100% лучше подготовим. И гостя... гостя. Гостя. Костяна зовем, короче. Костяныч придет 100%, блядь. Так, что еще пишут? Не знаю, по-моему, балдеж. Мне кажется, не хватало просто плана заранее. План нужен, да. Нужен план и более интенсивный сценарий, такой, чтобы, сценарий. Нас, чтобы мы не просиживались. Ебать, слушай, а как позвать на вечернего бустера, вечернего Урганта? Давайте. Ебать, хайповых меня будет. Ну и вот это разнообразие с небольшими какими-то микроиграми, вот такими челленджами, нет, это прикольно, это нужно. 100% надо добавлять актив, чтобы, знаешь, не было конечно. Прям статики все. То есть, потому что по времени это долго получается. Ну смотри, актив может быть еще добавлен не только играми, а вот, например, вот как Арина вопросы задавала, да, это же тоже отчасти такой, ну, да, сказать, да, актив. Ну да, знаешь, какую-то развлекательную часть. Да, развлекательная часть должна быть по-любому. Мы это все продумаем? Just Dance, она может быть и в новостной подаче, развлекательная часть, просто это, ну, надо заранее, да, то есть новость какую-то, да, и ты ее, вот, например, про новость с Дюбой, там же можно тоже, ну, много... Пацаны, зуб даю, следующий выпуск будет вообще идеально спродюсирован, вот этот зуб, я уже один отдал, пропиздился, блядь. Не знаю, по-моему, для первого раза... Пишут караоке. Тут акустика для караоке. Ну, хотя... Ну, хотя хуй знает. Мы же микрофон говорим. Да, эх, да, слышно, да. Нет? Ну, не знаю. Караоке в конце. Ну, для караоке надо гостей, которые поют хорошо. Ну, завершение 100% надо какое-то более уютное делать. Типа. Пишут боулинг. Чуть-чуть. Боулинг. Давайте хоккей, блядь, тогда уже. Чуть-чуть алкоголя. Или метание ядра, блядь. И кальяны, и будет четко. Неплохо. Кальяна нельзя. Кальяна нельзя, Паш? Нельзя, говорят. В этом пространстве нельзя кальян. Угу. Ну, стол имеется в виду, как у всех обычно, типа, стол стоит какой-то, что-то лежит такой, не знаю. Где это... вообще можно отдельную, знаешь, как эту будку ведущую? Ну, не будку, а будку, столик ведущий. Будку, да, кону рубля просто, и нацепь меня, нахуй. Ну, ты же нам там будку аналитики сделал. Вот, типа, ты сидишь, если у тебя, например, гости разные будут, да, ты сидишь, и приходят гости, вот... И залазит в будку ко мне. Располагайтесь. Из нее одна голова торчит, вот так, понял, блядь, гости. Хорошая идея. Спасибо. Так... Отличные микрофоны. Ну, со звуком это, я думаю... Не, ребят, по гостям мы решим. То есть, типа, ну, это будет как бы с
составлен план, кого там звать, кого приглашать, то есть какого формата. В принципе, если будет большой список, можно звать там даже по два человека за шоу. Можно? Мне кажется, вполне может. Вот. Будем ставить небольшую задержку, даже, так сказать, от всяких форс-мажорных ситуаций. Мне кажется, с гостем вообще было бы легче. Мы бы задавали ему вопросы. А давайте, если человек придумал, может, мы срать гости будем? Ну, подъем. Мы бы его срали. Типа, как что было мы дальше, ты имеешь в виду? Ну, лезли бы, задавали бы ему вопросы. Ну, вы сможете гостя срать? Ой, извиняюсь. Задавать неудобные вопросы. Срать можно или задавать неудобные вопросы. Нет, срать прямо вот прямой, это как-то грубо. Задавать неудобные срать, вопросы. Да, задавать, да, 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 прожаривать. Что? Ну, надо пробовать, Слав. Надо смотреть. Мне кажется, это нормально. Ну, я говорю, как типа ЧБД, да? Потому что, вот да, аналог. У нас передача здесь не это, блядь, как там это на Первом канале. Раньше ну, была так... утром по домам, когда ходили. Пока все пока дома. Все дома. Отличная вот. Передача. Согласен, но она это явно, я же сказал. Вот, и... Пока все дома? Да. Но там не срали никого. Пишут, аринян прожарьте. Прожарь. Мы не можем. Я тоже. Почему? Ликс может. Давай, Ликс, прожарь меня. Свет тушить надо. Все, ладно. А что ты при свете? Бустер, сколько раз ты сегодня дрочил. Бля, у меня сегодня очень напряженный день, всего три раза успел взять. Сдрюкнуть, блядь. Ребята, а как вам вот эти вот мини-игры, которые добавлялись, вот такие рофильные? Как, да, кстати, как вообще? Касаемо каких-то скажите. Вот именно активностей, прям активностей. Это надо делать или нет? Я, знаешь, какой формат обдумал? Я думал, короче, можно ебануть коробку вот эту, знаешь, куда руки засовываешь, типа не видно чего. Uh-huh. Ну, короче, просто как придумал, просто пиздил. Ну да. Вот. Это прикольно. Да. Да, пишут, что да, прикольно. Ну да, вот это больше нормально. Больше пишут, что да. То есть это, ну, такие, мне кажется, активности всегда будут добавлять, типа... И можно их динамики. Разнообразить, знаешь, какими-то такими активностями, которые сложные для выполнения. Ну, то есть, да, вот коробка, и ты не знаешь, что там. То есть это всегда интересно для человека и для зрителя. Да, я бы тебя насрал в коробку. А я пауков туда положил. А, не, нельзя так. Нельзя пауков? Не, нельзя. А мне срать нельзя. Спасибо, что сказали об этом. Так. Зашкварные истории. Тру-тру-тру-тру-тру. Ну, зашкварные истории для слушай, гостей. Ну, это вообще так можно просто спиздить полностью ЧБД формат, нахуй. Да. Пусть приходит история, блядь, рассказывает. Почему просто спиздить? Это получается, это просто ну, для Твича это... такая. Вдохновить. ЧБД для Твича. Да я думаю, что не ЧБД я? не первые люди, которые это придумали вообще все, в принципе. Ну, понятное дело, прожарка-то обладает. Да вообще, в принципе, можно назвать просто, как произошло потом, типа. Классика. Классика шоу. Как произошло потом? КПП. КПП. КПП и все. Нормальная хуйня. Ликс, вы генератор идей. Так. Пишу, слишком долго держат камеру на одном человеке. Ну, это не посмотреть, это надо. Согласен, мы ебало постоянно в камере. Ну, блин, это же... Респект оператору, ебать, я красивый. Но чат недоволен. Ну, чат недоволен, да. Его. Надо убирать. А может ли чат решать, какая камера где будет? Вот, прикольно. Как чтобы пацанов из чата как-то вовлечь в это напрямую. Да. Не, были же такие приколюхи, там пишешь и все. Какая камера? Ну, кстати, да. Ну и общий КАМ-1 план пишет, какой-то. Да. КАМ-2, это КАМ-3. Это разве не мем? Не. Потому что все время что-то пишут КАМ-1, КАМ-2, КАМ-3, блядь, и нихуя не происходит. Нет, где-то были прям какие-то ресурсы для этого. Ну, если это возможно ли реализовать, то ну, это, конечно, это круто. Музыку более спокойно. Ребят, не поверьте, у нас ее даже нет, нахуй. Блядь. Музыку. Да, эта музыка вообще ебашит просто в уши, блядь. Че? Меня уж сносит, нахуй. Че? Скажи. Потом скажу. И тот ЗАП, нахуй, прилетит за тишину, блядь. Слышишь? Он скажет, тишина, это мой трек. Лэпс шоу, Ликс, Аринян, Пчелкин, Слава. Лэпс? Лэпс шоу. Лэпс. И Лепс еще и был. Лепс. Лепс в Лепс. Красиво сказал. Неплохо. Ничего не скажешь. Пропишите сценарий, что не было. Это да. Блядь, слово сложное. Слово, блядь, извините. Детектор лжи добавить. Ну, это только если настоящий привозить, а не вот это вот. Не, смотри, есть... Мемний. Смотри, есть как бы... Грубо говоря, основная какая-то идея шоу будет, да? То есть звездные гости, которые приходят, и с ними что-то происходит. А дальше с ними разное может происходить. Например, детектор лжи да, для какого-то гостя. Конечно, конечно. Зашкварная история для третьего еще что-то. Вот. Кто-то, может быть, кто-то танцует, и он бы учил нас танцевать. Ну да, еще от гостя отталкиваться, типа заранее да, все придумать. Да.
Почему я смотрю на Ликс? Ребят, я не знаю, почему мне показывают. Это Ликс? Нет, сейчас уже нет. Ой, Паш. Кальян, девочки. А, нет, это не будем читать. Катя ворует онлайн. Катя, весь трафик выс. И не только трафик. Сегодня? Опять 7 калорий. Сегодня? А? Сегодня? Кстати, Слава, вот один из вопросов новостных, ну не то, что новостных, а которые можно пообсуждать, и как раз в чате появился. Пишет, стой, извини, еще тверк пишет, Арин, как смотришь? Че? В конце каждого шоу тверк. А, да? Мне кажется, хайповая хуйня. Ты что думаешь? Давай под какой-нибудь Ники Минаж или у того, у кого есть АП, прям, чтобы сразу улететь в бан. Ну, там уже разберемся, еще звук просто вырубим. Ага, хорошо. Мне кажется, на звук вообще всем похуй будет. Колесо с заданиями. Ну да. Ну, кстати, колесо с заданиями прикольно. Вот здесь, вот здесь, да, сзади, да, да. Пишу, крутишь. Тоже классная тема. Надо... И будка, где деньги ловишь. Записывайте, кто-то записывает все это? Это трансляция, Слав, она остается. Нихуя. Так вот, Слав, смотри, хороший вопрос, на самом деле, который можно было бы обсудить. А подожди, а если мы сейчас здесь это обсуждаем, у нас-то никто не спиздит? Могут. Think about it. Бля, жестко. Just take it easy, bro. Понял. Так, похуй, не буду читать этот вопрос. Так. Пишет Excel говно. Это какая-то идея, типа? Просто так написали, пацаны обидели. Сделайте шоу похоже на импровизацию. Резинки на арбуз. Инсайдер пишет. Неплохая идея. Здесь как раз бомбануть. Так. У Ликса маленький член. Блядь, ну на самом деле, может, так сидеть просто иди часов 10 читать такие никнейм комментарии. Никнейм человека, будьте добры, пожалуйста. Никнейм человека, сейчас секунду. Чел пишет хорошую идею. Запретку хуячить. Чел с ником 5 сантиметров пишет. Асу. Если вы все ведущие, то от каждого уникальное музыкальная мероприятие. Музыкальная пауза, Слава, от тебя. Вот. От каждого музыкального, да, смотри. Да. Вот. Блин, на самом деле можно так разогнаться. Да, ну все, да, 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 все и не... О, кстати, это прикольная идея. Вот. Смотри, пишут, если вы все ведущие, то от каждого уникальное мероприятие. Алексей, 5 секунд, бустер, детектор лжи, Аринян тверк. Кто бы сомневался, у меня же других нет каких-то. А я хуй буду измерять. И улетел. А у тебя Алекс... А я буду, а я буду хуй измерять. А у Алекса я не знаю, что. Ну что ты там по-любому что-то там... Что-нибудь придумаем, братан, тебе. На руках побороться здесь. Что-то было там. Слизнуться с дедом, блядь. Ну это, кстати, прикольно, если гость приходит, мы его сразу так шоу обрабатываем. Да, обработали и домой. По очереди, да? Типа с Ариной учится тверку, ну или это просто, это не обязательно. О, а у меня анекдоты можно, кстати. Ну, да, привет, анекдот соревнования с анекдотом, типа заготовить там тупых 5 анекдотов перед тем, как придет. И они соревнуются. С тобой детектор лжи, со мной 5 секунд. И мы его так бах-бах-бах накидали. Человек Алекса нахуй говорит. Хорошая идея. У него как раз не находится никакого, знаешь, развлекательного. Рэп читать, не-не-не, наводить. А в конце реально пишем трек, в конце каждого этого. Зовем чела, он подрубает. Можно читать по ролям, например, что-нибудь тоже. По ролям? Да, по ролям какой-нибудь. Это как? Типа постановка? Просто текст, да, какого-нибудь этого Шекспира почитать. А, прикольно. Слышишь? Будешь достать. И приготовить какой-нибудь, может, костюм. Кстати, слышишь, костюмы. А можно заносить тему, которую я придумал? Нет. А то ты анонсишь, а потом... Если такая есть. Может, ну, не она получ... есть. Может, не получится. Так, ребят, короче. Тогда я рассказываю сейчас идеи, и мы завершаемся. Угу. Мы с Пашей и с ребятами, угу, которые еще об этом пока не знают. А, да? Да, ну, блядь, вы по-любому согласитесь, в чем вопрос. Хотим подготовить для вас... Ноутбук сел, нахуй. Подготовить для вас новогодний спектакль. Что? Какой? Я готова. Твич-спектакль. Хорошо. Сцена, берем щелкунчика, вот здесь, да, берем щелкунчика, так. И, ну, в смысле, щелкунчика... Постановку. Да. Да. Ну, то есть, потом дело, что я привычу Лен, блин. Постановку, щелкунчик, так. Вот. Делимся по ролям. Да, делимся по ролям и играем новогодний спектакль. А мокрицы нет, крысиного короля никто не сыграет. Это хорошее. Ну, бля, что-нибудь придумаем, как-нибудь оформим. А трассу. Я кто буду? Там очень много деревьев в этой хуйне, в этой пьесе. Тогда надо Генсуху ждать. Тогда Генсуху надо ждать. Арина, это я просто так сказал. Это просто интересный факт, что деревьев реально в этой хуйне много. Понятно. Кстати, что это? Это спектакль. Читбан пишет, там дерево будет для меня. Блин, я люблю вообще вот всякие актерские Нет, штуки. Можете меня пригласить? Давайте, давайте. Это будет надо по ролям только мировой раздел. Да, я готова еще как, хоть сейчас. Дим, да, но надо будет есть в курсе, уже? Нет, надеюсь, прикольно, что надо будет заучить текст. Да, мы знаем. Роль. Нет, слушай, если кто-то будет сбиваться с текста, это будет еще лучше.
Ну, нет, там, понятное дело, мы что-то добавим, что-то подредактируем, да, если кто-то будет сбиваться, это похуй. Не бойтесь, Алексей, серьезно, я бы каким-нибудь министром назначил. Вот, ну и, в принципе, все, это была вся идея, пацаны, 22-го будет шоу-матч. Спасибо огромное моим ребятам, которые пришли, меня поддержали. Передай, бля, Лентину. Спасибо. Ах ты, жопа вот. Ленивая. Спасибо огромное, пацаны, что посмотрели, я надеюсь, вам понравилось. Там также пишите где-нибудь, я не знаю, где можно со мной обратную связь. Да. Давай комментарий. Не, давай сделаем, знаешь что? Комментарий в ВК. Пост. И вы в комментарии пишите какие-нибудь идеи, что добавить, что убрать, что изменить. Все, пацаны, спасибо большое. Это был вечерний бустер. Ура! Пока! Пока, ребята! А? Не понял. Катя. Кого? Рейд. А, да можно, давай, давай. А. И кто-то позвонил, понимаешь? А, я теперь понял, почему ты не отвечаешь на телегу. Пока. Придумывайте нам роли для щелкунчика, вдруг вы выберете для нас. А мы все будем щелкунчика играть? Ну, нет. I wanna make shockwaves with you.